Одеській області зареєстровано більше ніж 600 громадських організацій. Проте, не дивлячись на цю кількість, миколаївці мало що знають про їх діяльність. В цілому, об общественних організаціях Миколаївщини. Чим займаються? Общественністю займаються. Ви знаєте, конкретно не уточняла, навіть не скажу. Без поняття. Чим займаються взагалі? Не знаю. Ничего. Ничего не знаю. Честно не знаю. Я даже не знаю. Ты что-то знаешь? Проте такі були не всі. Зустріла я і більш обізнаних людей, які висловили свою думку про громадські організації, зокрема, і про благодійні збори. Ви ще вірите в волонтерські організації, які збирають средства на армію, на діток больних? Вірите в то, что деньги доходят до пункта назначения. Мне почему-то кажется, что 50% доходит, но 50% нет. В связи с тем, какими сейчас стали люди. Сейчас все поменялось, ценности ни у кого не осталось. Я не верю ни во что, я верю только в государство. Спасибо большое. И только в государство. Но при условии, если у государства будет нормальная вертикаль власти. Тогда государству не нужны ни волонтеры, ни громадские организации, ничего. Тогда государство обо всех заботится, на то оно и государство. Не знаю, они все на откатах, мне кажется, что это все разводники. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что общественные организации могут повлиять на местную власть? Могут. Как они? Сила громады, сила общества. Просто у нас общество немножко еще не проснулось. А когда общество проснется, тогда местной власти придется задуматься и считаться. Люди просто еще не проснулись. Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усіх, хто зібрався у нашій студії. Добрий вечір усім, хто нас дивиться. Я сподіваюся, що дуже багато до нас приєднається сьогодні глядачів не тільки на нашому каналі, не тільки на нашому каналі на YouTube, не тільки на Фейсбуці, де також іде наша пряма трансляція на нашій сторінці, а і на каналі Так ТВ. Адже сьогодні протягом цілого дня йшли дискусії на телеканалі ТАК ТВ, присвяченими телевізійному міжнародному форуму засоби масової комунікації та суспільство. І ми домовилися, що сьогодні ввечері приймемо від них естафету. І зараз ви можете дивитися нас як на нашому телеканалі, так і на телеканалі ТАК ТВ, ТАК ТВ. І як я вже сказав, і на нашому телеканалі на Ютубі, і на Фейсбуці на нашій сторінці, на нашому сайті. Приєднайтесь до нас за півгодини за телефоном 76-92-42. Можете писати нам на Фейсбуці, безпосередньо на мою особисту сторінку Ярослав Індиков, на сторінку нашої програми ток-шоу «Контраргумент». Отже, беріть участь у тому, про що ми сьогодні говоритимемо. А говоритимо ми сьогодні про активістів, про можливість впливати на державу, впливати на чиновників, на можливість кожному з нас змінювати суспільство, ну, сподіваюся, на краще. Чи варто це робити, чи варто об'єднуватися для такої цілі, чи це має сенс, чи справді це ефективно, чи використовують так званих общественників різні сили, різні політики у своїх інтересах, які засоби запобігання такому використанню, які, можливо, є нові форми. Про все це ми сьогодні поговоримо, проговоримо у нашій студії, у нас, як завжди, дуже обізнані, дуже компетентні гості. І, звичайно, поговоримо з вами, адже ми чекаємо на ваші дзвінки, на ваші звернення, на ваші коментарі вже зараз. І одразу я передаю, не гаючи часу, слово своїй співведучій Вільоті Арутюнян, яка представить наших гостей. Будь ласка. Добрий вечір, шановні телеглядачі, добрий вечір, миколаївці. Тема у нас дійсно сьогодні цікава, тому не перемикайтеся. Я рада вітати наших гостей. Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Будь ласка, візитівку на екран. Роман Возняк. В органах юстиції Миколаївської області працює з 2001 року. Пройшов шлях від спеціаліста до начальника головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, яке очолив у 2014 році.
Роман Вазняк активно впроваджує на теренах Миколаївщини реформи, започатковані Міністерством юстиції. Нагороджений заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України, нагрудним знаком за заслуги та Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеню. Одружений, має доньку. Валерій В'єтров – керівник робочої групи громадської ради при Державній регуляторній службі України. Будь ласка, візитівку. Валерій В'єтров з 1990 по 2013 рік обіймав посади керівника реєстраційної палати Миколаївського міськвиконкому, представництва ліцензійної палати України, представництва Держкомпідприємництва України. Є автором понад 100 рішень щодо регулювання підприємницької діяльності, які були прийняті у Миколаївському регіоні. На даний час в якості керівника робочої групи громадської ради при Державній регуляторній службі займається підготовкою законопроєктів, що стосуються надання механізмів впливу суспільним інститутам і бізнес-об'єднанням. Надія Іванова, директор сільгоспідприємства «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради. Будь ласка, візитівку. Надія Іванова, директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради, кандидат економічних наук, кавалер ордену княгині Ольги третього ступеня. Надія Іванова активно допомагає Миколаївській громаді, виступає меценатом культурних і спортивних подій у місті, підтримує волонтерські групи у поїздках на Східний фронт, завжди відкрита для спілкування, має активну політичну та громадську позицію. Олександр Чхайло, голова правління громадської організації «Альянс демократично-правового руху», юрист-консульс ВМС України. Будь ласка, візитівку. Олександр Чхайло, голова правління ГО «Альянс демократично-правового руху». 30 років. Освіта вища юридична. Працював у різних державних структурах та органах місцевого самоврядування. Податкова інспекція Жовтневого району, прокуратура Миколаївської області, виконком Ленінського району. Безпартійний, займає активну громадську позицію. Отже, як бачите, розмова сьогодні має бути цікавою і, найголовніше, дуже компетентною. І для того, щоб вона розпочалася належним чином, я пропоную усім нашим гостям, як завжди, традиційно, по хвилині визначитися з головними тезами, з яких ви вважаєте за необхідне розпочати нашу програму. Будь ласка, Роман Іванович. Дякую. Добрий вечір всім учасникам студії. Ви знаєте, Ярослава, я трохи хотів би заперечити вашим словам, тому що громадські рухи повинні впливати на чиновників, не політиків. Я хотів би зазначити, що термін політика має одне з визначень як мистецтво керування державою. Тому, на мій погляд, буде краще дати пул, що громадські рухи повинні приймати участь у політиці і приймати участь у керуванні державою. Дякую. Ну, про це ми саме сьогодні поговоримо, і проговоримо в тому числі і про тих, хто сам собі надає право виключно контролю всього, усіх, і винесення своїх власних рішень на підставах, так би мовити, своєї революційної ролі свого революційного сумління. Про це ми обов'язково поговоримо. Будь ласка, Валерій Євгенович. Да, у нас дуже цікава тема. И для начала, я думаю, мы должны определиться, для чего вообще это нужно, для чего нужны общественные институты. Ну, мы всегда находимся в такой ситуации, что нашу жизнь регулируют законы, указы, постановления и люди, которым мы доверяем управлять нашей жизнью. И вот, если мы не обеспечиваем участие и контроль, мы сталкиваемся с тем, чем мы сталкиваемся, какими-то проблемами управлениями неэффективными, вопросами коррупциями, какими-то социальными взрывами. То есть на сегодняшний день мировой опыт свидетельствует о том, что если не созданы вот эти институты сдерживания этих противовесов, то рано или поздно возникают вот эти вот проблемы в управлении. Поэтому если говорить о эффективности управления, опять же анализируя международный опыт, на самый он эффективный там, где как раз объединяется вот этот баланс интересов. Дякую, Надія Валеріївна.
Хотела сказать, что действительно, посмотрев сегодняшний сюжет, подумала о том, что, зная, ну, достаточно много общественных организаций, не знала, что их 600 в области, да. Есть среди них активные, есть не очень, есть сомнительные, но, к сожалению, громко звучат чаще всего те, которые звучат в негативном свете. И поэтому представление в сюжете общества о общественных организациях зачастую именно такое, как показано, то есть не в основном в позитиве, а польза от них действительно система сдержек, противовесов, морали и альтернативы какой-то для людей действительно весома. Дякую, Олександр Чхайло. Намагався деякий час тому запропонувати новий формат для роботи громадських організацій. Що з цього вийшло, ми показували. Ну, я думаю, що Олександр сам розповість. Будь ласка. Добрий вечір, студія, добрий вечір, зрителі. Законодательство України позволяло завжди діяти общественним організаціям, общественним діятелям, але чому-то, как говорится, вспышка и большое желание возникло именно в 2014 году. Мы все это знаем, мы все это прекрасно понимаем. И на сегодняшний день, правильно, я соглашусь с коллегой, с Ивановой Татьяной, Надеждой Ивановой, да, прошу прощения. Саша, перестаньте волноваться, мы первый раз на месте гостя, но в конце концов, надо же когда-нибудь начинать. Вот, что общественность желает и может сегодня принимать участие в управлении государственными делами. Общественность сегодня имеет такую возможность и на основе закона. Просто хотелось бы, чтобы сегодня мы, как общественность, объединялись только на основе профессионализма, а не простого какого-то кричащего желания, не понимая даже, что в этом делают те, которые просто кричат. Дякую. Ну, у нас тут вже Фейсбук розривається від коментарів, втім, я думаю, це трохи згодом. А зараз я хотів би надати слово нашим експертам, принаймні деяким з них, адже вони сьогодні представляють, ну, дуже широкий спектр сфер і прикладення своїх зусиль, і ефективності, можуть розповісти про різні історії ефективності таких зусиль, і про те, взагалі, що відбувається у Миколаєві. Тобто, справді, у нас є люди, які, ну, як на мою думку, справді є, ну, не тільки взірцем, а, так би мовити, ну, в хорошому сенсі уособленням всього кращого, що є у громадському русі, і те, що робить і Олексій Продісвіт, і Ярослав Захаренко, і Аркадій Дабар'ян, ну, тобто, практично усі, хто тут є, Лариса Снігур, це справді те, що давно мала б робити держава, а роблять люди, які зрозуміли, що від кожного з них залежить усе. Втім, чомусь, як каже Надія Валеріївна, здебільшого, ми знаємо про Ніколаїв СОС, ми знаємо про кубку людей, яка така сильна, що знімає губернаторів, міняє прокурорів і взагалі їздить у Київ проконтролювати, а ну, як ви там нам губернатора нового обираєте, тощо. Так я хотів би зрозуміти, чому так, чому такий дисбаланс? Лариса Снігур, ви так чудово посміхаєтесь, що, напевно, вам починати. Ну, навірно, им это интересно, мне так кажется, ездить и снимать. Честно говоря, но я отвечу за себя, мне некогда. К 1 сентября ребята из зоны АТО попросили помочь там 160 деток на нуле собрать канцтовары и передать вот эту помощь. То есть 160 деток, живущие на нуле, которые каждый день через день слышат обстрелы, ну, для меня, не представителя никакой громадской организации, это, ну, многовато, но мы это сделали. Есть дети в семье погибших и раненых, которым тоже нужно помогать. Есть госпиталя. Поэтому работы очень много. И действовать нужно не потому, что государство не хочет делать, а потому что, допустим, законодательная база у нас сейчас, ну, не всегда позволяет принимать какие-то правильные решения. Поэтому, вот видя, что кто-то снимает губернаторов, ну, и дальше что? Мне не очень понятно. Я хочу всегда видеть, ну, несколько шагов вперед. Если их нет, то для меня это такое действие, оно немножко бессмысленное. Поэтому как-то мне нужно, кажется, нужно сосредоточиться на тем, что имеет смысл идти вперед, а, ну, не заниматься тем, чем люди занимаются. Ярослав Захаренко.
Добрый вечер. У нас сегодня утро было не очень доброе. По моему направлению, у нас сегодня на дороге погибли 4 человека одновременно, потому что один пьяный мажор решил показать, что он хозяин в этом городе. И вот нам, в принципе, не хватает в нашей части работы, нам не хватает второй компоненты какой-нибудь общественной организации, которая взяла бы и проконтролировала, дабы эти люди не получили справки о внезапных тяжелых болезнях, там, невозможности предстать перед правосудием и понесли заслуженное наказание. Хочу выразить соболезнования родным и семьям погибших. В принципе, мне сегодня было тяжело даже ехать смотреть на эту зебру, понимая, какой ценой она у нас получилась. Мне кажется, что гражданское общество и сами движения активисты у нас появляются как реакция на какую-то проблему в работе механизма государства. Когда ее нет, то на этом фронте обычно спокойно. Когда появляется проблема, она системная, она есть некоторое время, рано или поздно появляется ответная реакция. В виде активистов, в виде какого-то гражданского движения. В нормальных странах, я думаю, наверное, гражданские движения используются как обратная связь для того, чтобы власть всегда, ну, как говорится, не оторвалась от земли и шла не на разрыв. У нас иногда вот эти связи закупорены, закрыты, и получаются полуреволюционные пробития стены, в том числе и в формате Николаев СОС. Почему их слышат? Да потому что, ну, там, где кричат, там и слышат. Там другое направление организации, которая работает, ну, они работают. Кто знает, чем они занимаются. То есть у нас нет телеканалов, которые бы постоянно давали отчет о работах. Вот, поэтому слышат шумных. Спасибо. Аркадий Добогян с первых дней включился в волонтерскую работу, я так понимаю, сильно в ущерб своему собственному бизнесу, однако благодаря именно Аркадию и людей, которых он вокруг себя собрал, не один и даже, наверное, не один десяток, в общем-то, скажем так, образцов, ну не образцов, не, множество военной техники, неправильно начал, множество военной техники вернулось, стало в строй и, в общем-то, сейчас воюет на передовой. Поэтому вот хотелось бы, но в то же время, как бы мы никогда не слышали от Аркадия ни размахивания, ни лозунгов, ни призывов каких-то громких, в равной степени громких и бессмысленных, никаких бы то ни было заявлений о том, что благодаря мне вот происходит то-то и то-то. Поэтому, Аркадий, вот я правда пытаюсь понять, какие есть механизмы. Может быть, этот шум, который мы, этот уже белый шум, который, по-моему, уже не воспринимается как нечто членораздельное, это некая реакция вот на то, что говорит Ярослав, на то, что просто не слышат? Или это может быть единственный механизм влияния, или это что-то еще, не знаю, расскажите. Ну, прежде всего, добрый вечер всем. Вы знаете, вопрос действительно очень непростой. Вот было совершенно объективно сказано, что моментом начала активной деятельности населения, волонтерской, может быть, какой-то общественной, был 2014 год. Тому немало объяснений, и, наверное, главное из них – это, знаете, такое легкое ощущение возможности народовластия, которая пообещала и абсолютно реализовала концепция той революции, которая была. К сожалению, большому у этой революции были разные последствия. С их военными последствиями продолжают работать до сих пор волонтеры и будут работать до тех пор, пока это будет необходимо. Но разговор сейчас не об этом. Насколько я понимаю, речь идет о той части людей, которые пошли в народовластие в таком самом простом и примитивной форме. Да? То есть они продолжили эту революцию, воспринимая ее через призму, ну, вот своих возможных действий на самом разном уровне, в том числе и вот региональном. Действительно, шума довольно много. Действительно, к сожалению, на мой взгляд, очень многим не хватает, его просто и попросту нет, какого-то политического опыта, потому что в очень большом количестве вопросов надо быть специалистом, а не просто громко говорить.
И, пожалуй, действительно, вот сейчас эта такая активная общественность, она разделилась на две категории. Одна из них продолжает выполнять свой долг в том понимании, в котором этот долг был поставлен перед собой самим. Мы понимаем, потому и волонтер, что он сам перед собой поставил долг. И вторая часть пытается через призму своего мировоззрения поменять общество, на мой взгляд, далеко не всегда интересуясь тем, насколько общество, во-первых, даровало ему право такое, а во-вторых, насколько его взгляды разделяют большинство. Это такое, знаете, активная инициативная позиция от себя. Дякую. Будь ласка, Дар'я Шполянська, з вашим проєктом екотраси вже є про що розповісти, як про досягнення, так і про проблеми, яких, я наскільки розумію, набагато більше. Добрий вечір. Екотраса Ніколаїв Ольвіачаков, ідея, родившаяся, пожалуй, просто от природы. Место, которое должно быть золотое, место, которое должно посещаться миллионами туристов и показываться, холиться и лелеется, с каждым годом умирает, и с каждым годом там становится все хуже и хуже. И вот полтора месяца идет активная работа по получению документов от облавтодора на дорогу для того, чтобы выяснить, какая, в каком вообще... в какой ситуации сообщения с районными советами, сельскими советами. И, пожалуй, один из самых главных вопросов, который на сегодняшний день есть, это взаимодействие и восприятие между общественниками и между властью, потому что особенно в небольших каких-то кластерах, небольших зонах, это сельский совет, районные советы, мэры небольших городов, очень сложно выйти на взаимопонимание, очень сложно прийти к единому какому-то направлению движения. И очень важно доносить до власти, что общественники не собираются всех убить, всех расстрелять и выбросить на помойку. Общественники хотят помочь найти общий язык между народом, между простым населением и между властью. На данный момент из вот всего нашего проекта для меня самая сложная задача – это работа с местным населением, которые абсолютно разуверились во всем. Они, когда им говорят, что это ж, ну, вот это делается, они говорят, не, это все своруют, когда говорят, это делает общественность, они говорят, а, ну эти ничего не сделают, им не дадут. И они, естественно, не присоединяются к работе, что очень важно. Поэтому, с моей точки зрения, крайне важно сейчас найти общественникам объединиться и найти общий язык с властью, для того, чтобы можно было гораздо более эффективно достигать своих целей. Спасибо. Прежде чем передать слово Дмитрию Канарскому, я вот не случайно все время смотрю в планшет, поскольку, как я сказал, с нами можно связаться через Facebook. И вот мне прислали заметок к вопросу о механизмах взаимодействия с властью. Мне прислали такую замечательную заметку. Участник АТО из Николаева получил в Киеве нагоняя за вольнодумство в новом губернаторе. Вот такая демократия, свобода слова после высказывания в сети, соцсети относительно победителя конкурса на замещение должности губернатора Николаевщины. Глава Николаевского филиала Украинской ассоциации инвалидов АТО Илья Шполянский получил нагоняя из Киева. Об этом на порталу Блинком сообщил по телефону сам Илья. По его словам, кроме того, что за такое вольнодумство его в Киеве нагнули, цитата, так еще и заставили удалить пост соцсети, настаивали на удалении самой новости на портале Блинком. Зрители спрашивают, Дмитрий тоже достаточно резко высказывался по этому поводу, не нагибают ли уже и его. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Комментарии по этому поводу я у Ильи спрашивал, потому что я Илью немножко знаю, уже там достаточно долго, и я знаю, что это не тот человек, который будет таким образом реагировать на какую-то критику в свой адрес, поэтому мне было самому интересно. Он, ну, я не знаю, как это вы можете рассматривать, как его официальный комментарий, лучше или лучше к нему обратитесь, но он сказал, что это все неправда, и, скажем, ну, способ подачи информации вот это этого ресурса, ну, вызывает сомнения у него, и, соответственно, он, там совсем другая ситуация была, просто его знакомый
из какой-то организации, поддерживающих атошников, попросил его там не так резко высказываться о своем каком-то там близком друге, вот этом человеке, который сейчас, которого комиссия избрала губернатором нашим. То есть там ничего такого сенсационного, кроме самого заявления этого сайта, нету. Ну что ж, в таком случае мы действительно будем, по крайней мере, знать, каким сайтам стоит доверять, а ну, это, чью, да, чью информацию стоит делить, да, на 18. И по нашему, да, вопросу, я первое, что я хотел бы, я немножко тут из себя изображу Ухмановского, и хотел бы обратить внимание на то, что сам термин «общественник», он несколько неправильный с моей точки зрения, потому что общественник подразумевает то, что этот человек представляет какую-то часть общества, какой-то его срез, но, как правило, это не так, и сами вы убедились в том, что если в Николаеве 600 организаций на там 450 тысяч жителей, то очевидно, что даже если каждого николаевца к какой-то из организаций причислить, то они не будут очень многочисленными даже все. Поэтому, ну, это, мне кажется, смешно. Очевидно, что используются этими организациями какие-то бонусы, которые дают государство им, ну, там, вот, в частности, я слышал, что упрощенная схема регистрации там короткоствольного огнестрельного оружия, например. Угу. Поэтому люди туда и вступают, а не потому, что у них какие-то есть убеждения. Поэтому я хотел бы сказать, что лучше использовать термин «активист», то есть человек с активной позицией. Я недавно встретил человека, который очень активно вот на протяжении последних 2,5 лет занимался активной общественной деятельностью. Он сказал: ты знаешь, я в последнее время, говорит, боюсь называть себя общественником, потому что, говорит, уже вокруг этого сформировалась определенная аура. Анна Рахундов, у вас как бы вообще такая тема вашей общественной деятельности не совсем, что называется, революционная, или даже сказал бы совсем не революционная, это межнациональные отношения. Однако, насколько я знаю, именно благодаря вашему вмешательству совсем недавно, в общем-то, очередная межнациональная война не случилась. Ну, добрый вечер. Ну, первое скажу, что действительно я соглашусь с вашим собеседником, который говорит, что общественник в нашем городе уже стало именно отрицательное. Лучше нас называть, наверное, активные граждане. У меня многие наши общественники вообще вызывают такое удивление, что мне кажется, что они не столько общественники, а столько как театр одного человека. Мы общественная организация, например, городской совет национальных обществ. У нас больше 7,5 тысяч членов, действующих членов организации. Это она самая большая. Я слышу, например, вот сейчас девушка говорила и другие активисты, что существует определенное невзаимопонимание с исполнительной властью. Мне сложно об этом сказать. Исполнительная власть наслышит национальное общество. Каких-то определенных острых моментов наслышат, нам помогают. Может, просто на все надо определенное время, чтобы власть там исполнительная или законодательная немножко бы как-то пригляделась к тем или иным общественным организациям. Спасибо. Алексей Продисвит пару передач назад, ну не пару, немножко не больше, рассказывал о том, как он пытался со своим совершенно бесплатным и, как с моей точки зрения, очень перспективным проектом электронного города достучаться вот как раз до той самой власти, которая, как вы говорите, всех слышит, только с ней не с той стороны стучат. Может быть, вы расскажете, с какой стороны вы стучали для того, чтобы все остальные стучали с той стороны, где вас услышат? Пожалуйста. Добрый вечер. Я занимаюсь одной из реформ, которая называется электронные административные услуги. Одновременно с этим я занимаюсь еще реформой, которая называется «Прозор». Вот. И в обоих ситуациях очень сложно достучаться до власти действительно. Вы только что говорили о том, что мы пытались достучаться к городскому голове по поводу электронных административных услуг. Не так давно закон о публичных услугах вступил в силу касательно, в том числе, городского совета. Они перешли на электронную систему закупок. Мы письменно обратились к городскому голове с предложением бесплатно провести обучающее мероприятие для сотрудников. Это, опять же, не нашло отклика в городском совете. Такие ситуации, конечно говоря, поражают, ну, в шок на самом деле.
Спасибо. Сложно эти вещи объяснить. Спасибо. Олега Чалова, я знаю, ну, чтобы не соврать, ну, наверное, лет 10 последние. И все эти годы я вот восхищался, как еще за часы злочинной Влады, ему удавалось доводить до логического и победного, я бы даже сказал, конца, ну, совершенно невероятно, казалось бы, провальные с точки зрения любого среднего, так сказать, обывателя дела. Олег о себе сейчас расскажет сам. Я просто хочу сказать, что вот с моей точки зрения, это еще один ярчайший представитель вот тех самых активных граждан или общественников, которые своей работой ежедневно делают нашу жизнь лучше. Олег, пожалуйста. Ну, здравствуйте, добрый вечер. Общественная организация «Энергетика и закон», которую я представляю, она создана в 2015 году. Но все участники, которые ее создали, имеют опыт с 2008 года. И среди, как сказал Ярослав, дел интересных, у нас есть даже успешные дела, споры против такой компании, как ДТЭК господина Ахметова. Это было в Днепропетровске. Мы создали сайт в 2008 году. И он выдается в списке поиска под строчкой номер один, что касается запроса штрафа «Облэнерго». В Николаеве наибольшее успешное дело против Николаева «Облэнерго» – более 2 миллионов, которое тоже прошло все инстанции. Значит, были интересные дела по поводу мощности. Это был аквапарк в Очакове. К сожалению, много дел было проиграно, но это можете посмотреть на «Преступности нет». Там есть интересный материал, мы со сканами выкладывали, как некоторые товарищи там дописывали, ну, то есть как-то меняли документы уже в процессе того, как, ну, то есть они отличались оригинал от копии, то есть, ну, так материалы и с 2009 или 2010 года, так в интернете он и выложен. «Облэнерго» подделывает документы, и никто его не опровергал, ну, то есть там те же люди также и продолжают работать. Мы участвовали по, ну, как в составе группы губернатора, еще тогда Америкова, мы проверяли работу «Облэнерго», еще когда был Анточенко. Также из такого интересного мы участвовали в составе группы в западном отделении энергосбыта «Укрзалезницы». То есть они нас приглашали, так как, ну, видели наш сайт, видели, сколько интересных дел, но это, ну, может быть, 0,1% из того, что мы делали. А что касается общественной организации, мы также предлагали, обращались в мэрию, предлагали там решение по солнечным коллекторам, причем решение с адекватной честной ценой, но ответа не было. Спасибо. Ну, Александра Шполянского, думаю, сейчас не, можно не подключать, поскольку уже Дарья Шполянская рассказала о дороге. А вот наш юрист Виталий Викторович Дорошенко, я думаю, наверняка дополнит сказанное. Мы, напоминаю, говорим о том, есть ли вообще какие-то механизмы взаимодействия, влияния общественников на власть и взаимодействия общественников с этой самой властью. Ну, или, может быть, шире влияние общественников вообще на нашу жизнь. Пожалуйста. Добрий вечір. Ще хотілося б спочатку на що зауважити, що більшість, ну, можливо, навіть не більшість, а половина тих громадських формувань, які є створені, вони діють заради якогось заробітку взагалі. Тому що набирають собі своїх членів, збирають гроші і починають проводити якусь певну роботу по їх захисту чи ще щось. Тобто взагалі не приймаючи жодної участі в тій діяльності, яку повинні були б вести. Що стосується взагалі всіх громадських організацій, що дійсно зараз склалось таке враження, що вони, ну, не займаються тим, чим потрібно було б займатися. Враховуючи те, що якщо зручніше російською, будь ласка, російською. Ми усі тут замовлені. Взагалі привикли до того, що скрізь починають, от, як правильно зауважили, вже кричати, піднімати якийсь шум, гомін, але не вживають певних дій, ну, щоб вирішити ту чи іншу проблему. От, тому вже на даний час вже пора
все ж таки переходити до іншого формату роботи громадських формувань, щоб вони могли реально вчиняти якісь дії, пов'язані з захистом громадськості, а не до того формату, в якому вони зараз працюють. Дякую. Я думаю, що Ірина Щур трохи пізніше, вона також юрист, у нас вже є одна юридична думка, Олександр Чхайло, а потім ми підведемо певну рису під нашим цим обговоренням по колу, сюжетом про те, як очільники міста та області сприймають ту саму громадську активність, про яку ми зараз кажемо. Будь ласка, Олександр. Ще раз добрий вечір, студія. Я буду на русском языке, якщо можна. От ми, як общественна організація, не совсем как общественная организация, а объединившись с активистами, с профессионалами своего дела, некоторыми вроде проводили и проводим сегодня такую работу под названием ГЭК, Громадская экспертная комиссия, которая включает в себя 7 комитетов с определенными программами. Я к чему это сейчас говорю? Что действительно общественная деятельность сегодня, как слово общественник, она себя дискредитировала. Для этого было времени достаточно. За протяжении 2 лет наши граждане, наши, как говорится, народ уже сегодня видит, кто есть кто, где, как оно, что происходит. И мы все пришли к тому сегодня, что действительно всегда в системе управления государственными делами, либо внесения каких-то пропозиций, это должны делать специалисты. Поэтому сегодня максимально наш проект, который мы предлагаем, это своего рода как фильтр, где позволит объединиться между собой профессиональная общественность, это те, которые действительно сегодня работают, это те, как вот Дарья Шполянская эко-трасса, как Урбан Николаев эко-бульвар. Мы знаем много общественных организаций, которые действительно сегодня работают над проектами, и которыми, правильно сказала, действительно некогда ехать в Киев и там смотреть, как там выбирают губернатора, они заняты все своей работой. Я как юрист хочу напомнить о том, что действительно сегодня закон позволяет общественности принимать участие в управлении государственными делами. И сегодня в законе четко прописано, что 1/3 составляющей в тех либо иных процессах логически правильная на основе закона – это присутствие общественности. Приведу простой пример. Допустим, есть бюджетные деньги, да, которые распределяются, есть, допустим, средства ДФРФ. Это Державный фонд регионального развития. То есть это не те, которые бюджеты, это деньги, которые лежат на региональное развитие того либо иного проекта, который предлагается либо общественностью, либо администрацией, либо органами местного самоуправления. И в кворуме было бы логически, что принимали участие 1,3% этих людей присутствовали. Это действительно общественники, специалисты, которые выдвигают свои проекты. Возможно, их проект будет лучше, чем тот, который колуарно они там принимают, не учитывая нашего мнения. Как мы помним, по 5-й статье Конституции Украины народ в Украине є владою. Власть дійснює владу безпосередньо та через органи державної влади. Сьогодні органи государственной власти отчасти себя дискредитировали, и нам необходимо сегодня время для того, чтобы, как говорится, люди некоторые просто ушли из этой системы, а туда пришли люди, молодые, талантливые, то есть наши, как говорится, общественники, которые профессиональны. Спасибо, Александр, я тоже извелся, показываю вам вот на таймер, обращайте, пожалуйста, внимание на время. Да, я прошу прощения. И рядом с вами изъерзалась еще одна представительница власти, Надежда Валерьевна, которой я хотел дать слово также к Александре Финьковой после сюжета, который собираюсь показать, но я понимаю, что явно не дождется его окончания, поэтому, пожалуйста. Наверное, депутаты, ну, певно, владными повноваженнями таки наделены, да, но из всего, что хочу сказать, ну почему все видят себя и сводят мысли, вот я сейчас слушаю, вот бюджет, дележ денег, деньги, ну не все в деньгах, ну ребята, ну много всего происходит помимо денег. Я до этого говорила сюжет и сейчас, насчет того, что там порядочности, непорядочности, кулуаров и всего остального. Всегда говорила, буду говорить, что о людях по себе судят, да? Ну, есть такой момент все равно в жизни. Второе, если мы уже говорим, ну, честно, я почитала, 7 комиссий, они, в принципе,
Если почитать, то срисованы, собственно, комиссии облсовета, да? Я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Подожди. Я к чему? Я к тому, что нас мало, и вот в такой винегретой петрушку комиссии составлены, ну, по моему мнению, ну, не совсем правильно, не совсем верно, да, потому что даже беру свою комиссию, ну, не достает специалистов по, в принципе, есть, но без принципа, да, отдельно освита и наука, это были бы профессионалы из освиты и науки, отдельно по культуре, это совершенно другая область жизни, спорт, это третья область жизни, так складывается, что все, в принципе, многие себя считают специалистами во всем, я не считаю себя специалистом ни в чем, сразу говорю, я общего профиля, но я считаю, что если уже, ну, 600 громадских организаций, я понимаю, что людей там, для этих комиссий было бы достаточно для того, чтобы на общественных началах действительно создать профессиональные, профильные, по каждому профилю, да, нормальные комитеты и комиссии. То есть, если это культура, то это культура, если это социальная помощь, то это социальная помощь, если здравоохранение, то здравоохранение, без вот такой петрушки. Надежда, спасибо. Сейчас, секундочку. Тут, нет, вы правильно пишут, все сказали. Тут пишут по поводу Анара Ахундова. Я не знаю, где этот общественник нашел деньги на площадку на нашем, в нашем доме, но, тем не менее, он ее пообещал и сделал. Так что, в принципе, нас смотрят, нас комментируют. Александр, давайте отвечайте и послушаем звонок зрителя. Вы правильно сказали. Разрешите, я имею в виду. Анар, подождите, так, пожалуйста, дайте, да, высказаться вы человеку. Вы правильно сказали, у вас там какой-то винегрет. Так вот, я вам хочу сказать, сегодня, ну, в комиссиях, там, возможно, закон позволяет присутствовать и принимать участие общественности. Общественность сегодня объединяется. Вы не ходите на комиссию. И мы на сегодняшний день не ходим, потому что мы не довели еще до логического завершения легимитизации данной комиссии. Мы сегодня вам не запрещает закон сегодня позвонить главе комиссии и заявить о своем присутствии. Ну, а смысл прийти просто так, убить свое время? Мы хотим предложить конкретный, четкий план работы. Я отвечу на вопрос, почему, как вы сказали, срисован, похожие. Зачем придумывать велосипед, если он уже придуман? Зачем нам придумывать какие-то другие комитеты, которые не будут иметь связи с теми комитетами, которые у вас есть? Мы для того и создаем со стороны общественности такое же самое, как у вас, чтобы мы могли сотрудничать, чтобы мы могли обмениваться опытом, чтобы вы могли принимать наши пропозиции. Как вы сказали, вы можете прийти и завтра просто так. Я не хочу просто так туда, у меня не так много времени, чтобы приходить туда и его тратить. Это тогда будет винегрет. Но когда мы будем легимитизированы, согласно, вот, как говорится, вот этих вот комитетов, согласно после подписания легитимизации того плана действий, который мы будем совершать и осуществлять, мы тогда сможем сесть, как говорится, за единый стол с вами тех либо определенных правильных комиссий юриста? И обсуждать тот либо иной. А мы сейчас, да, юристы, да, мы послушаем. Ну, только сначала я хочу комментарий психиатра. Но поскольку психиатра у нас нету, то, пожалуйста, Александра Финькова. У власти есть вторая сторона – ответственность. Хотелось бы больше об ответственности и меньше о власти, легитимизации и прочих красивых словах, сложно выговариваемых. И именно то, чем набило оскому уже у людей, ну, что мы увидели в первом сюжете. Когда никто никому не верит. Почему? Вот я сейчас использовала одну большую генерализацию, никто никому не верит. Ну, потому что, к сожалению, вот этот винегрет из общественных организаций привел к этой генерализации, когда любой общественник воспринимается большинством населения как чем-то совершенно непонятным и бесполезным. Из-за чего это? Из-за того, что нет конкретного действия, результата, ожидания. Человеку некомфортно и народу некомфортно, то есть человеку как единице, и народу как общности, когда невозможно прогнозировать и предсказывать, что будет происходить. И когда совершенно неуправляемо вылезают наверх люди, вообще не способные нести ответственность, но готовые много и громко шуметь, то естественная защитная реакция, люди стараются от этого просто отгородиться, просто принять позицию: я в это не верю, я этим не занимаюсь, я не хочу в это пачкаться. И это опасно тем, что вместо того, чтобы взращивать гражданское общество, мы обществу говорим: давайте-ка мы опять от власти отгородимся, опять будем считать любую власть чем-то плохим. Ну, то есть мы опять уходим от нормальной демократии, от нормального гражданского общества, к черти чему, и, ну, как бы не за то стоял Майдан. Ну, то есть, ну, нехорошо. Надо действительно эту проблему решать и двигаться к ответственности больше, чем к стремлению к власти. Медные трубы – самое тяжелое испытание. Вот за огонь и за воду надо
разобраться и держаться за огонь и до воду, потому что до медных труб в Украине еще очень далеко. Спасибо. Анар очень хочет ответить. У нас есть звонок зрителя, но с точки зрения логистики Лариса Снигур ближе к микрофону. Сейчас она ответит, потом... Я просто ремарка. Я столкнулась с волонтерством где-то, наверное, в 98-97 году, когда сотрудничала с Корпусом мира. И я вот когда смотрю на все происходящее, мне становится просто смешно. Я сегодня улыбаюсь. У нас все волонтеры-общественники хотят контролировать власть. А почему же никто не хочет просто что-то делать? Вот корпус мира, который был создан Кеннеди, это люди, которые выезжающие на год, на два, в разные страны, которые работают безвозмездно, да, обучают детей, помогают университетам, помогают школам. Это такой проект, который позволяет, прежде всего, познать себя и включить себя в общество. А у нас почему-то общественники и многие волонтеры хотят сразу же стать и контролировать все, невзирая на то, позволяет ли образование, позволяет ли знание и опыт. Но хочется просто. Люди, давайте посмотрим просто в себя и будем делать то, что мы можем, чтобы этот мир стал лучше. Спасибо, Анар Ахундов. Слушаем звонок зрителя и смотрим сюжет. Меня буквально... Анар, если вы не поняли, да, насчет площадки, это был комплимент, оправдываться не надо. Я хочу сказать, я наоборот хотел бы поддержать, действительно, вот как могут так с языка сняли, и еще хочу выйти с большим предложением. Отрежься всех общественников от каких-либо бюджетных, прибюджетных денег. Вообще запретите им вообще даже расчетные счета иметь. Если это общественная организация, если у нее есть свои члены, она создавалась для чего-то, и кто-то ее должен поддерживать, сами же ее члены. Если они хотят что-то проводить, они все вместе собрались, объединились и что-то сделали. А если это просто создается для того, чтобы с бюджета что-то взять, для чего-то и куда-то переложить, но оно будет безэффективно. Мы работаем с 2003 года. У нас нет до сих пор расчетного счета. Мы не собираемся его открывать. Но мы работаем очень эффективно и делаем очень много хорошего. Уберите всех общественников с бюджета, перебюджета. Мы уже имеем опыт, когда наш областной совет финансирует некоторых общественников, граждан России. Но оно ни к чему хорошему не приводит. Просто не приводит ни к чему хорошему. А только рождает, наоборот, негатив и еще больше расслоения в нашем обществе. Спасибо. Наконец-то звонок зрителя. Спасибо, что дождались. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу извинения, я как капельмейстер. Угу. Все в ногу, а я не в ногу. Угу. Я сколько пытаюсь к вам дозвониться насчет дороги. Я проработал на дороге 34 года. И надо меня судить за это, потому что дороги такие плохие. Надо менять технологию строения дорог. Хорошо, скажите, а каким образом, с вашей точки зрения, вот дороги имеют отношение к нашей программе? Если вы... Я думаю, что мы просто на пару программ опоздали или пару программ предвосхитили. Но в любом случае мы вас услышали, спасибо. Спасибо. Ну, видите, человек долго дозванивался, ни одну неделю. Подождите, пожалуйста, Саша, я понимаю, что вам всегда есть что сказать. Я хотел показать сюжет, который так и назывался «Механизмы влияния», однако думаю, что сейчас самое время посмотреть еще сюжет под еще одним замечательным, очень показательным названием «Синдром общественника». Тут у нас уже высказались на эту тему, давайте посмотрим, что по этому поводу думают наши журналисты. У 2014 році, після перемоги Євромайдану та зміни влади в Україні, відбувся раптовий спалах активності громадських організацій та об'єднань. Станом на цей час у Миколаєві офіційно діє більшість 600 громадських організацій. В цьому розмаїтті не просто відокремити ті, які дійсно вирішують спільно важливі проблеми. Можливість впливати на деякі владні рішення привабило величезну кількість осіб, які прагнуть самореалізації. Для досягнення суттєвого результату громадським організаціям слід діяти винятково в правовому полі, вміти тримати себе в руках, адже їхні вчинки – це обличчя організації. Деякі активісти дозволяють собі не зовсім правильно спілкуватися із посадовими особами. Во-первых, я хочу сказать, что среди нас здесь присутствуют кандидаты наук, правозащитники, которые, если бы стал вопрос о правильности и механизме, то любого из вас могли бы тут размазать по стенке. Заклик прибрати, звільнити, люструвати озвучений. Однак альтернатива не запропонована. Більш того, її не намагаються знайти. Маємо рух заради руху.
та якось неохота брати на себе відповідальність. Общественники, ну, сегодня не отвечают за свои действия, и, то есть, и нет механизма никакого ответственности. Можна навести чимало прикладів безтолкової діяльності деяких громадських організацій нашого міста. Не зовсім усвідомлюючи суть процесів державного управління, не маючи відповідної освіти та не розуміючи специфіки окремих взятих галузей, діячі намагаються зробити масштабні системні зміни. Кухарка неспроможна правити державою. Це рудимент минулого, від якого необхідно якомога швидше позбавлятися. Ну от, собственно говоря, така зарисовка на полях по поводу разных общественников. Валерий Ветров, который, что называется, зубы съел на вот этих вот самых консультативных советах, о которых сейчас говорит Александр Чхайло, как о неком ноу-хау, я думаю, сможет прокомментировать это. Я хочу сказать, очень интересная дискуссия. Было бы неплохо такие дискуссии проводить и вне эфиров, ну просто приходить и общаться. Ну, было предпринято две таких попытки, да, они, не принесли желаемых результатов. Смотрите, вот первый тезис. Первый тезис, который я хотел бы сказать, мы понимаем, что среда общественников неоднородная. Но такая же неоднородная среда и депутатов Верховного Совета, местных советов. Мы знаем, что у людей разные мотивы. Есть люди профессионально подготовленные, есть патриотичные, но не профессионально подготовленные. Есть люди, которые хотят каких-то политических амбиций. У нас много вчерашних общественников, депутаты, наоборот. Есть люди, которые на этом зарабатывают. То есть нужно понимать это. Для того, чтобы этого не было, нужны правила и соблюдение правил. То есть сама, тут вот я бы не поддерживал то, что вот общественник — это нарицательное слово. То есть само движение гражданского общества — это очень нужно. У нас две проблемы: война и реформы. Мы знаем, что такое у нас проблема с реформами. Исполнительная вертикаль не может обеспечить выполнение реформ. И те страны, которые имели активное гражданское общество, они обеспечивали проведение этих реформ. Поэтому сегодня что нужно? Сегодня необходимо просто как можно больше активистов, но просто их нужно вооружить знаниями, дать им механизмы влияния, и они должны работать, что говорят, в цивилизованной форме. Сегодня я возглавляю группу, которая готовит законодательство. У нас есть закон об общественном контроле, который четко это определяет. У нас есть некоторые нормы, которые уже приняты из закона о государственной службе. Кстати говоря, сегодня можно участвовать в конкурсах, и вот почему-то, вот когда был конкурс губернаторов, почему-то общественники стояли, скажем, под дверями, а никто не принимал участие, хотя эта норма есть, она забюрократизирована, и мы работаем, чтобы ее изменить. 45-я статья принята, которая дает право сегодня общественникам оценивать деятельность руководителей государственных органов, мы сейчас готовим эту методику. То есть, но это будет работать, когда общественники это будут знать и будут пользоваться. Смотрите, простой пример. Каждая проблема имеет причину. У нас два коррупционных скандала, в результате у нас смена области в чем была? Карьеры. Я могу сказать, как бывшему представителю госпредпринимательства, эта проблема карьеров существовала и раньше, она будет существовать и позже. Тут вопрос не смены людей. Причина какая? В процедуре. Процедура определяет коллегиальность принятия решений. То есть несколько комиссий принимают решения, и в случае неправомерного решения наказать никого нельзя. Вторая ситуация – это отсутствие общественного контроля. Я уверен, что если предприниматели имели право контролировать эту процедуру проход, этих скандалов бы не было. То есть сегодня общественность, для чего нужны, вот, когда говорят о профессиональных комиссиях, они не дублирующий орган, они орган, который должен работать тесно с комиссией. Вы, депутатская комиссия, вы принимаете решение. И всегда. Нет, я просто говорю, я закончу. Просто узкоспециализированные. Они должны специализироваться. Но власть всегда принимает решение. Во всех странах это имеет название совещательной демократии. Но когда готовит какой-то орган власти решение, он всегда должен, скажем, согласовать его, услышать обратную связь от тех людей, которых касается этот вопрос, с фармацевтами, со всеми. То есть вот какая роль этого. Кроме того, опять же говорю, проблема с реформами заключается в том, что они не выполняются. Схема, которая работает в Украине, принимается хороший революционный закон, он переправляется на областные администрации, с областных на районные, на города, и потом рапортуются, а реформ нет. То есть сегодня
чем больше будет гражданского общества, которое будет готово профессионально работать в этой теме, тем быстрее мы проведем реформу. Спасибо. Я обращаю внимание всех выступающих на таймеры и хочу, прежде чем передать слово Дмитрию Канарскому, который уже объявил о своей готовности, Александр, я вас вижу, зачитать маленький фрагмент комментария. Пока все воспринимается как разноплановый разговор о том, что общественники по сути не нужны, потому что работать бесплатно они не хотят, они стремятся не во все сферы жизни, только контролировать власть. Странно как-то. Об этом ли мы говорим, господа? Мне казалось, что не об этом, но, вероятно, именно так воспринимается наша дискуссия. Дмитрий Канарский, пожалуйста. Ну, я реплику хочу сказать. Во-первых, вот Валерий отлично заметил, что есть такое понятие, как мотивация. То есть, зачем вообще эта деятельность ведется? Это самое важное, потому что нельзя работать без задачи, без поставленной задачи, просто работать. Если мы просто придем на работу с утра и уйдем вечером, то это будет с 9 до 6, а не головой работать. И поэтому каждый из нас может понять, кто чем занимается. Я, например, я когда вижу, как Надежда спорит с Александром, я вижу, что это претендент разговаривает, там, спорит с обладателем пояса, там, скажем, если такими терминами бокса выражаться. То есть я понимаю, зачем эта общественная организация, в которой Александр состоит, существует. Он, возможно, хочет там вас, не вас, ну там как-то заменить вот в облсовете. Ну, как мне это кажется со стороны. Ну, сейчас Александр сам скажет, то, зачем чем он собирается заняться. Да, и в облсовете, или где-нибудь еще. Я послушала совет более профессиональной и узкопрофильной такой комиссии. Понимаете? Я еще раз говорю, я со стороны вижу это вот так, я это, скажем, мой комментарий. Не надо дискредитировать. Я просто хочу сказать, господа, давайте не перебивать друг друга, а то мы так ни до чего не договоримся. Тут, между прочим, уже Александр, у Аркадия Добогяна появился комментарий. Пожалуйста, Дмитрий. Я хочу сказать, что вот, ну, я как человек технический, я вот скажу, в науке принципиальный такой постулат, скажем, это принцип бритвы Оккама. То есть это не нужно плодить лишних сущностей. Зачем вступать в общественную организацию, в любую из 600, чтобы решать проблемы, которые связаны там с каким-то политическим состоянием в стране или еще каким-то, то есть я так и не услышал ответы на этот вопрос, когда у нас были прошлые выборы там мэра и в горсовет. То есть действительно совершенно не нужно вступать в какую-то партию. Ну вот нас заставили, что нужно, чтобы тебя выдвигала какая-то партия. Но это не значит, что ты в ней должен состоять. И только по этой причине я там примкнул к одной из команд, потому что мне это было важно, я хотел попробовать. Вы как, гордитесь членством этой команды? Причастностью к этой команде? Ну, в некоторой степени. Вначале, да, вначале было все весело. То есть вы тоже ответственно за Рыговский мусор, я понял. Да, я просто хочу сказать, что, вы знаете, как в институте я учился, были преподаватели, которые сидели на кафедре и обсуждали вопросы цены на картошку, а потом шли преподавать. И это не очень ценные знания были получены. А были те люди, которые занимались наукой, потому что, ну, институт, он должен быть, собственно, гнездом, в котором эти люди появляются и творят науку. Ему некогда было. Поэтому он ставил всем тройки и уходил заниматься своими делами. Вот этот человек для меня более, то есть это, скажем, если по аналогии с нами, активист должен решить какой-то вопрос, который вот он мешает ему и еще каким-то людям, какой-то группе людей, ну, там, нормально жить и согласно его каким-то принципам. И он решил этот вопрос и ушел, и занимается своим делом, потому что хребет нашей жизни нормальный – это экономика, а не вот эти, ну, там, лозунги и политика, и все вот эти… То есть пришел общественник, поставил тройки всем чиновникам, пошел заниматься дорогами, конечно, как Ярослав Захаренко, конечно, или ремонтировать технику, как Аркадий Добогян. Аркадию есть что сказать, пожалуйста, потом Александр. Знаете, я размышляю вот о чем. Действительно, вот активное развитие общественного движения, как мы выяснили, дело сравнительно новое. Поэтому многие ошибки, наверное, стоит простить. Простить, потому что люди, действительно, выплеснув свое объективное право вот на это народовластие, на, будучи источником закона, да, в соответствии с Конституцией, они, ну, вот пока ищут эти формы. И наиболее активная часть населения ищет самое прямое применение этих форм. Мы говорим о законодательстве, уверяю вас, большинство людей не знает своих законных прав. Они выражают их в той форме, в которой сейчас могут. Это первая мысль. Вторая. Ну, в нашей стране учить, лечить и строить умеют абсолютно все. Потому мы так и живем. И, скажем, вот проводя такую небольшую аналогию с волонтерской деятельностью, я могу сказать, вы знаете, на старте нас было очень много.
И очень много людей приходили, включались в процессы. Я занимался вопросами технологичными, это и ремонт, и модернизация техники. Тут нужны знания. Одного порыва мало. И поэтому через какое-то время с нами осталась только та группа людей, которая была в состоянии оперативно выполнять поставленную задачу. А остальные все плавно разошлись. Они не исчезли, они занимались другими, менее конкретными делами. Я думаю, что эти 600 организаций, они в той части, в которой не жизнеспособны, они сами себя изживут. Когда мы говорим о профессионализме, очень важно дать правильную терминологию. Кто и кого называет профессионалом среди общественников? К сожалению, попытки общественников объединиться, которые вот иногда носят такой уже, знаете, известный более широкому обществу формы, как правило, пока успехом не завершаются. Уверен, что в конце концов общественная вот активность, она примет профессиональные формы. Для этого необходимо время и действительно умение найти профессионалов друг другу. Спасибо. Зрители очень активно, сейчас Александр активно участвует в нашей программе, зачитываю очередной комментарий. Я аплодирую Канарскому. Если он будет организовывать какую-то организацию, вступлю бесплатно, идейно и навсегда. Вот. И еще, то есть, займитесь, используйте эту программу как платформу. И вот еще два вопроса, которые уже носят такой более серьезный характер, и я думаю, что требуют ответа. Первый пишет очень активный на Фейсбуке человек Андрей Глаголев. А як зрозуміти, общественникам потрібно вчитися спілкуватися з чиновниками? Не навпаки? Это один вопрос. И второй. Где гарантия, что общественные организации будут работать честно, а не пойдут на соглашение с властью за какие-то плюшки? Ну вот я думаю, что теперь, собственно говоря, Александру есть на что ответить. Не случайно он сегодня в гостях у нас, а не в экспертах, как обычно, поскольку, в общем-то, мне кажется, что тот формат работы, который он для общественных организаций, который он предлагает, несмотря на весь скепсис Надежды Валерьевны, достаточно интересен. И я полагаю, что, наверное, имеет смысл обсудить его здесь, после всего этого спектра, крайне широкого спектра самых разнообразных мнений. Наверное, все-таки имеет смысл поговорить о том, что же и как Александр представляет себе в этом плане. Александр, в порядке исключения 3 минуты, но, пожалуйста, вложитесь. Как говорится, моральная составляющая, коллеги, я прекрасно ее понимаю, когда у них там винегрет, понятно, им дополнительные, наверное, люди не нужны там. Но хотелось бы напомнить все-таки о том, что закон и не один закон, и не один законный акт позволяет сегодня общественности заниматься громадской экспертизой, принимать участие в внесении пропозиций в нормативно-правовые акты. Не вопрос, принимаете решение вы, это все правильно, но мы имеем право принимать в этом участие. Как мы прекрасно знаем, сегодня власть в самостоятельном формате не блеснула тем и не показала, как она поборола коррупцию. Коррупционную составляющую, когда есть вопрос государственных закупок, когда есть вопрос перераспределения тех же каких-то бюджетных денег, я хочу вам, Анар, как бы ответить на этот момент, что коррупционная составляющая, она в основном там и находится, где вопрос решается первоначально на определенных комиссиях, где потом стоит вопрос выделения тех либо иных средств. Конечно же, сразу всех внутри там, государственной власти интересуют именно деньги. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому сегодня общественники не рвутся туда, к деньгам, как вы видите. Они априори не могут иметь с ними контакт юридически. Потому что юридические распределения все равно распределяются после решения депутатского корпуса, после решения депутатов. Мы не идем с этим проектом контролировать депутатов. Это глупо и неправильно звучит, потому что депутат, он уже избранник, он уже избранный определенной какой-то громадой, он уже делегирован кем-то, ему уже кто-то доверяет. Но как возобновить доверие между обществом и властью? Да, у вас, как говорится, есть свой электорат, у кого-то другой электорат, но на общем формате для этого и существует баланс под названием громадская деятельность, где люди, которые хотят принимать участие в регуляторной политике, либо в управлении государственными делами, если они имеют свой профессионализм, если они, как говорится, имеют свое рабочее место, они идут туда для того, чтобы зарабатывать, тогда это имеет право и должно
жить. Я вам хочу зачитати 21 статтю про запобігання корупції, де чітко прописано, що участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції є четвертим пунктом, брати третім пунктом, проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних нормативно-правових актів. Тобто, це мається в виду, то, коли депутати сидять в комісіях, між собою щось рішають, або адміністрація між собою щось виносить, якісь питання на обговорення. Ми вправі іменно работать в этих комиссиях, именно работать, не просто где-то стоять, как вы сказали, поприсутствовать. Нет, вправе работать, вносить письменные пропозиции, а вы уже, как говорится, вправе либо отказать, либо с этим согласиться. Но это должна быть мотивация, это должно быть мотивировано, объясняя, почему именно такое вы решение принимаете. Это и есть как элемент той... Я вас слушаю. Нет, вы уже договорите, я потом выясню. Есть тот элемент, как говорится, первых шагов, как говорится, правильной той демократии, не просто свободы слова, когда все кричат, а когда структурно подходит к этому вопросу на основе закона, на основе профессионализма, на основе взаимодействия, это и есть повышение потенциала вашей работы, нашей работы и вообще в целом развития в обществе. Спасибо. Надежда Валерьевна, я понимаю, что вы сейчас вступите просто в жестокую схватку с Александром и забьете его, как вот говорили. Нет, но вы мне хотите помешать. По этого поединка. Чтобы дать ему возможность рефери помахать на него полотенцем, я предлагаю Александре Пеньковой сделать очередное психиатрическое умозаключение, а потом поговорим, продолжим. Пожалуйста. Психиатры переписал, я же скоро начну диагнозами разговаривать. Еще одну ремарку хотела сказать, другое, но тут уже так интересно завернулся сюжет. Все о том же, пока есть недоверие народа к власти, к общественникам, к чему бы то ни было, эта система не работает. Эта структура работает плохо, или там этот набор структур работает плохо. Ну, такой парадокс, да, демократии. Народ выбирает, выбрал, что попало, перестал в это верить, ну и получается, что получается. Что мы можем наблюдать? Вот самое свеженькое, показывающее как квинтэссенцию происходящего, если брать параллель с волонтерством. Волонтерство бросились многие, и потом те, кто ставили себе цель что-то изменить, достичь какого-то результата, они просто влились в существующие уже структуры государственные, получили себе тут же на голову кучу ярлыков всего остального, но тем не менее взялись и лупают всю скелю. И добиваются результатов та же Диана Петрения, тот же Юра Бирюков, там, тот же Давид Браун, те, которые просто влезли вот в эти авгиевые конюшни, их копают, их ковыряют. И те общественники, которые без кавычек, и которые действительно хотят получить результат, знают, что очень сильный голод у государства Украина, именно кадровый голод. И куда приложиться, и чем заняться, только выбирай. Не хватает твоего образования для какой-то там одной должности, есть тысяча вариантов, как без этого образования, без этой должности, но в структурах уже работающих, давать готовый результат. Те же, кто намерение имеют другое, ну, они, соответственно, и действия имеют другие, результаты получают другие, но можно было бы это игнорировать, если бы не целостный вопрос верия и неверия народа, который потом на выборах играет против нас всех. Поэтому мне кажется, что стоит людям с активной гражданской позицией амбиции свои немножечко подпридержать, и до того, как они станут называться громко какими-то там главами чего-то персонального, включиться в уже существующее и хотя бы ради того, чтобы одни, вторые, третьи выборы в Украине стали успешными, для всей Украины нужно работать. Не в графе общественника, а в графе чиновника. Спасибо. Сейчас, Надежда Валерьевна, еще вы там, знаете, подтягиваете. Не, я просто хочу, чтобы вы свою пружину дальше оттянули, чтобы она сильнее выстрелила, понимаете? Я пока что хочу процитировать еще один комментарий, который, мне кажется, очень уместным. Чиновник, каким бы он ни был нелюбимым, несет ответственность за свои действия. Общественник же, при всем уважении, ответственность чисто моральная и репутационная в лучшем случае. Хотя, я возвращаюсь к тому, о чем говорил Валерий Евгеньевич, депутаты тоже никакой ответственности ни за что не несут. И последние коррупционные скандалы в областном совете, лишнее тому подтверждение. Виолетта Рутюнян сначала передачи ждет возможности высказаться, Виолетта, а потом уже Надежда Валерьевна.
уверенно отпускайте свою пружину. Пожалуйста. Да, вы знаете, я очень долго молчала, я ждала, пока все выскажутся, собрать свое мнение. Все-таки считаю, что действительно активисты, уже не буду говорить общественники, активисты, ну, все-таки не должны быть в политике, для политики есть политики. А все-таки у нас уже сами зрители намекают на то, что мы немножечко о негативных сторонах говорили общественных организаций, все-таки немножечко хочется вернуться к хорошим активистам, которые занимаются развитием, которые занимаются детьми, которые занимаются обустройством города. Я хочу опять вернуться к громадской организации «Козацько». Я очень плотно в одно время с ними работала. Мне нравится их направление, мне нравится то, что они безвозмездно работают с детками, они их развивают. Побольше бы таких организаций, побольше бы таких людей. И момент в том, что в большинстве общественных организаций взрослые состоявшиеся люди. Конечно, взрослые состоявшиеся люди хотят иметь какое-то финансирование своей работы. И если опытные, они безусловно, они опытные, они делятся опытом, они работают. Но если бы в общественных организациях больше бы привлекали молодежь, это энтузиасты, которые готовы работать безвозмездно, которые, у которых есть идеи, есть интересные идеи. Если бы такая возможность была и улучшать детей, это было бы очень круто. Есть молодежные организации, но их нужно увеличивать. Нужно и приобщать молодежь не только к развлечениям. Мероприятия проводить в городе, это здорово, а именно, чтобы они беспокоились и за город, чтобы они понимали уже, что через пару лет ответственность города перейдет на их плечи. Спасибо, Виолетта. Ну, Надежда Леонидовна, отпускайте. Да ну ладно, я уже устала стыдить. Я готов, я уже достал. Я не потому. Вот вы говорите, мы хотим быть те общественные организации, которые реально работают, различные. Я их много знаю. И она работает, и Бушина работает, и очень много. У каждой, которая работает со своим кластером, кто-то работает с онкобольными детьми, кто-то работает по развитию культуры, кто-то работает по волонтерству, потому что ездить на восток и так далее. Те, которые хотят работать, обращаются с конкретными вопросами, эти вопросы конкретно решаются. В том числе те, кому и по культуре, и по разным вопросам. Те, которые хотят работать, обращаются. Эти вопросы, они находят свой отклик. Стучите, и вам откроется. Профанация, мы хотим, мы будем, мы там... Вот много шума, а я вот из этого всего монолога я не услышала, что мы сделали. На сегодняшний день мы работаем с департаментом социальной защиты, с пенсионным фондом, у них нехватка кадров большая. Работаем с, Ирина Олеговна, подскажите мне, центр надання первинной, безоплатной правовой допомоги. Работаем с союзом ветеранов, который мы уже 3 года, мы создали в 2013 году, не после 2014. Мы организацию основывали на системе права. Поэтому мы сегодня пытаемся объединить общественников, обучая, разъясняя им законодательство, как они могут реализовывать свои проекты уже талантливые. Мы знаем ряд многих проектов. Наша организация разработала и реконструкцию пляжа Чайка. Ну, к сожалению, за 2 года нас не допускали к земельным комиссиям. И мы понимаем, что мы одни с этим бороться нам сложно, и нам нужно объединяться. Но на сегодняшний день по нашей работе, также само помогаем благотворительным фондам. Я и награжден орденом от Национальной гвардии за співпрацю с ними. Просто я не привык говорить об этих регалиях. Я сегодня говорю конкретно. Я не за регалии, конкретно, я за действия. Я вам говорю конкретные действия, конкретные наши работы за 3 года. Спасибо. Ко всему хорошему, есть очень много талантливой молодежи. И, понимаете, общественная работа, она зачастую и в основном, она идет, общественник, это ну, как бы факультативное мероприятие, да, вот Анар говорил об этом, да. Если это профессия, ну, если мотиваторы здесь включаются, да, если человек планирует заработать и с этого жить, это одно, а другое дело, когда человек действительно часть своего профессионализма, часть, ну, какого-то душевного порыва, часть мотиваторы разные, да,
Либо это профессионально мы на этом зарабатываем, либо это действительно общественники, которые чего-то делают факультативно, хорошее, доброе для общества. Спасибо. Надежда Валерьевна, я не открою секрета, да, даже секрета Полишинеля, если скажу, что, в общем-то, ну, практически со всеми участниками этой программы мы общались на эту тему достаточно давно уже, и мне очень понравилась ваша мысль о том, что, в принципе, такие советы, вот те, о которых говорит Александр, в общем-то, и которые говорит Валерий Евгеньевич Ветров, они нужны. Однако нужно определиться действительно с тем, где им находиться, поскольку если их встраивать в уже существующую систему представительской власти, выглядит достаточно абсурдно, поскольку каждый депутат может четко, вплоть до конкретного человека, сказать, сколько за него проголосовало людей, сколько доверием какого количества избирателей он облечен, и почему именно он стал депутатом, а не кто-то из его конкурентов, потому что за него проголосовало столько-то народа. В то же время ряд общественников, которые вот всех тут по стенке размажут, как вы видели и слышали, в общем-то, в том числе и проиграв на выборах, считают, что они должны создать некую надстройку над вот этими вот самыми легитимно избранными депутатами, которых они будут контролировать. Они контролируют уже, я же говорю, назначение. Вы помните замечательную историю о том, как они сначала требовали ни в коем случае не назначать Забарчука областным прокурором, а потом с таким же запалом требовали во что бы то ни стало назначить его первым замом областного прокурора. Ну, в общем, я понимаю, что поменялись, видимо, установки, или, может, они там на расстоянии не очень поняли, что им там маяковали, ну, и справились по ходу дела. Однако вы же говорили о том, что в системе исполнительной власти как раз такие органы не просто желательны, а совершенно необходимы, потому что там совершенно другая система и отчетности, и работы как таковой. И вот поэтому давайте, я надеюсь, что в общем-то вот этим вот этой преамбулой я задал определенное направление мысли тем, кому есть что об этом сказать, но прежде чем мы это продолжим эту дискуссию, я хочу все-таки показать давно приберегаемый с самого начала программы сюжет Дениса Костенко о механизмах взаимодействия власти и общественников, и о том, как представители первые лица города и области смотрят на это взаимодействие. Пожалуйста, сюжет. Згідно Конституції України, народ є єдиним джерелом влади. Як бачать механізми реалізації цього невід'ємного народного права держслужбовці? Мені би хотілося, щоб все-таки общественність, как это происходит в Европе, как это происходит в других демократичных цивилизованных странах. Во-первых, была объединена по принципам борьбы за права человека или по принципам волонтерской поддержки определенным армии, флоту и так далее. Или по принципам защиты интересов детей войны или воинов АТО и так далее. И эти общественные объединения сотрудничали с властью сугубо в своих определенных направлениях. Так работает в мире. Мы ждем от громадськості подальших пропозицій, як співпрацювати. І я надіюся на те, що громадський рух, який сьогодні дуже активний в області, він буде в такому ж напрямку розвиватися. А якісь непорозуміння між ними, я думаю, що вирішиться, коли є одна ідея. Деякі інструменти співпраці з громадою активно втілюються в повсякденне життя. Для работы с общественными организациями у меня есть инструмент советов при городском голове, в который может войти любой желающий, зарегистрировавшись, попав на этот совет. И там спокойно можно решать любые вопросы, которые касаются активности городской громады. Они потом впоследствии выходят в виде проектов решений, проектов распоряжения городского головы, либо там они погибают, если они, ну, скажем, больше фантазируют. Зійного типу, чим реальним. Адже деякі активісти присвоїли собі право знати точно, як вирішити проблему, не зовсім усвідомлюючи різницю між Бабелем та Кабелем. А за ними йдуть люди. І от тут якраз саме страшне, що общественники – це ті люди, які можуть показувати примір і повинні показувати, і на них смотрять. І якщо общественники не можуть договоритися, не можуть вести себе прилично, ну, то есть никто не будет. Ну, мы не имеем вообще никакого инструмента воспитания общества. Да, политикам не доверяют, и общественные активисты могли бы стать той силой, которая бы сподвигла бы общество к объединению,
да, вот смотрите, вот они продвигают такие-то принципы, это интересно, давайте так делать, но мы видим, что и общественники – это охлократия. Итак, у нас вопрос зрителя. Надеюсь, что он все-таки не про дороги сегодня. Слушаем, говорите вы в эфире. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно было вас увидеть. Мне нравится очень эта передача. Спасибо. Я представлюсь, я начальник штаба охраны общественного порядка Ингульского района, Голод Виталий Владимирович. Здравствуйте. Я присутствовал в облраде, когда происходили эти все события. Вы извините, что я, наверное, как говорится, не был, не смог сегодня прийти, хотя хотел. Просто включил любимый канал и вижу, идет передача. Хочу просто сказать, на сегодняшний вчера были, наверное, тоже общественники в УВД, когда приезжали там люди от Ивакова, которые сказали, что у нас сегодня происходит на сегодняшний момент в городе, касаемо криминальных этих всех вопросов. А теперь я хочу задать вопрос всем общественникам, которые здесь есть у нас в городе. Там их больше, как вы сказали, 600 человек. Давайте, может, я поддерживаю там всех ребят, которые здесь присутствующие. Давайте, может, все вместе соберемся, и каждый от своей общественной организации, которая считает правильным, возьмет район под свою опеку, и мы наведем порядок в своем городе. Потому что на самом деле мы сейчас тут что-то, извиняюсь за выражение, пытаемся каждый друг другу объяснить, а на наших улицах действительно происходят мои соболезнования, которые сегодня произошли, события у нас в городе. Мы пытаемся что-то кому-то объяснить, а на самом деле в городе бардак. Ну, Виталий Владимирович, у нас неоднократно бывали здесь представители власти, которые говорили, что как раз взаимодействия с такими структурами, как у вас, им не сильно не хватает. Поэтому я думаю, что если у вас действительно есть такое желание, мы можем организовать вам встречу хоть в прямом эфире, хоть тет-а-тет. Роман Иванович хотел прокомментировать это уже с юридической точки зрения. Валерий Ветров, пожалуйста, начинаем с Романа Ивановича. Шановні друзі, давайте звернемося до того, що ми говоримо про суспільників, але ми забуваємо, що основна тема у нас сьогодні громадські рухи. І все ж таки сьогодні нормативна правова база, вона чітко регламентує участь громадських рухів у діяльності органів виконавчої влади. Да? Я розумію моїм колегу депутата. Депутати, вони вже є, можливо, скажімо так, представниками суспільників, да? Тому що певна частинка суспільства їм делегувала свої повноваження. Але ще є органи державної виконавчої влади, які зобов'язані і передбачені нормативною базою мати і громадську раду, і громадських контролерів. Крім того, новим законодавством про державну службу передбачено, що раз на рік керівники певних категорій державної службовці повинні звітувати перед громадськістю. Так? Так. Тому давайте все-таки говорити про те, що якщо ми будуємо демократичне суспільство і громадянське суспільство, наявність інституту громадянських рухів є обов'язковим. Чи подобається нам, чи ні. Якщо є представники якісь поганої поведінки чи з доброю, ну це еволюційний процес, да? Ми не в раюсі живемо. Але я хочу, ми сьогодні на така добра тема, на поганій ноті говоримо, ну, зі знаком мінус, да? Давайте скажемо про добрі справи. А давайте спам'ятаємо хлопців з Прозоро, які на громадських засадах створили систему, яка допомагає економити кошти. А давайте згадаємо хлопців з Айго, які допомагають створити електронне рядування. Хлопці з Айго це Олексій Пордисвіт. Ну, є, да? З Прозоро також. А давайте спомнимо, сьогодні ми згадували вже Юрія Бірюкова, який сьогодні за допомогою його волонтерської діяльності наші хлопці отримують більш-менш якісний одяг військовий. І хлопці, які там боронять наш мир і спокій, мають надію, що здоров'я їхнє буде все-таки збережено. Да? Але це ж добре. Але при цьому всьому давайте все-таки будувати демократію і пам'ятати про те, що анархія не є найгіршим способом правління держави. Найгіршим способом є охлократія, власть толпи. Давайте будемо демократичними громадянським суспільством. Дякую. Валерій Євгенович, тут ви так, час від часу досить так помірковано берете слово, але вносите просто кристальну ясність у ті думки, що тут вирвуть. Будь ласка. Ви задали вопрос, от тут говорили, при ком создавати, при раді создавати чи при виконавчій владі ці совети. Ну, давайте сходіть із того, що нічого придумувати не потрібно, тому що
как уже говорили, 38-я статья Конституции определяет, что участие в управлении государственных дел принимает каждый гражданин, и государство четко определяет процедуру. Есть 996-я постанова КМУ, которая четко определяет, как создавать эти советы. То есть проблема возникла, и у нас и в городе с этим советом, и в области, в том, что фактически представитель органов власти, который должен был вести эти собрания и определять все эти процедуры, они просто, ну, как бы не участвовали в этом. То есть на самом деле эти рады создаются везде, и на центральном уровне, и на местном. И вот если процедура соблюдается, то проблем не возникает никаких. Поэтому в данном случае все-таки есть процедуры, есть уже как бы права, которые даны в некоторых законах. То есть нужен все-таки правовой всеобщ определяться. Я поддерживаю всех, что люди все-таки должны организовываться по отраслевому принципу и таким же отраслевым профессиональным принципом работать с органами власти. Поэтому придумывать ничего не нужно, но я хочу опять же вернуться к началу, о том, чем мы говорили. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся эффективного управления, от которого зависим мы все. И в этом управлении должен находиться все время баланс интересов жителя, предпринимателя и государства. Спасибо. Олег Чалов долго молчал, но, надеюсь, сейчас все-таки тоже свою пружину отпустит. Олег, я расскажу тем, кто не знает, является членом вот этого самого вот общественного совета при Минэнерго, если я все правильно... Если точно, членом экспертной группы при общественном совете Минэнерго. То есть это как бы еще круче. И я понимаю, что на таком высоком министерском уровне, причем на уровне очень специфическом, Олег сумел организовать и добиться, ну, достаточно серьезных результатов. Вот насколько тот опыт, который там у вас уже есть, и та история успехов, которая там есть, применима к тому, о чем мы сейчас говорим, и в частности, вот насколько, с вашей точки зрения, целесообразно создание вот такого вот экспертного совета, о котором говорит Александр. Прошу. Ну, залог вообще любого успеха – это информация. То есть при создании чего-то, вот что хотите создавать, нужно максимально информировать всех участников, возможных потенциальных участников. И то есть о самом факте создания, а также о тех задачах, которые, ну, предполагается решать. Ну, если честно, этого, ну, было не совсем заметно. И на уровне города, и на уровне области как-то это все происходит недостаточно открыто. Вот есть такое мнение. Для начала, я считаю, нужно просто максимум информации и как-то улучшить вот эту структуру взаимодействия всех возможных участников. А уже потом дальше как-то вырабатывать механизмы. Можно взять какие-то готовые механизмы уже созданных, ну, подобных советов. И, в принципе, как бы в этом залог. Да, пожалуйста, Валерий. Да. Дело в том, что именно ввиду того, что требование постановления Кабинета министров, которое определяет за месяц давать эту информацию всеми удобными там способами, не было соблюдено, естественно, в связи с этим и не удалось собрать, ну, тут при разных советах людей. Поэтому, опять же, нужно идти по процедуре. Если она выполняется, она предусматривает именно вот эти демократические механизмы, которые, с одной стороны, запрещают власти как-то влиять на это, с другой стороны, давать возможность одной или другой группе, скажем, превалировать и создавать какую-то вертикаль. Спасибо. Александр Ярослав Захаренко, пока к нему идет наша девочка-ассистент, я скажу, вот зачитаю еще такую цитату. Сейчас, секунду. Так, она пишет, что волонтеры, санитары леса, лейкоциты, нервные лейкоциты нашего общественного организма, и они быстрее, чем чиновники, реагируют на происходящее. Собственно говоря, вот ваша реакция на ситуацию с дорогами ярко этому подтверждение. Однако невозможно бесконечно использовать энергию волонтеров. Я хотел сказать, что громадские рады при органах различных — это, с одной стороны, обязательный атрибут ее для того, чтобы
от общества давать обратную информацию, обратную реакцию. С другой стороны, они выступают очень часто, ранее выступали удобным инструментом в руках власти, создать себе что-то удобное, где-то там поставить какую-то затычку и с помощью своих людей одобрять все решения, которые они принимают. Ну, собственно, помните, был вопрос насчет того, что власть просто может легитимизировать любые свои решения удобными волонтерами. Да, то есть фактически, когда мы когда-то там еще лет 5 назад пытались понять, а что это за инструмент, пытались его запросить состав, подавали заявки на включение, там обычно, если это при МВД, то там ветераны МВД сидели, там говорят, что ну, нам хватит, у нас все укомплектовано. И так далее. Это были вот отраслевые, собственно, такие междусобойчики. А, значит, по самой идее ГЭК, в принципе, она интересна, она хороша, только вот мне кажется, что депутаты – это те же общественники, только с мандатом. Вот как уже говорилось, там можно проверить, сколько людей делегировало ему своих полномочий. А у общественника на собраниях самый главный вопрос, если вы были бы на собраниях общественников или активистов, самый главный вопрос – ты кто такой? Да, вот как вы говорите, вы знаете много организаций, и самое интересное, что вот эти много организаций не знают других много организаций, а есть еще организации, которые про первых две категории не в курсе. Каждый варится в своем озере, и в итоге получается, в итоге мы получаем такую штуку. А где у нас тот подход, который даст нам при принятии доверия, вернуть доверие к такому инструменту, тому же ГЭК, да? Это, наверное, или процедура, которая будет говорить о том, что каждый человек, включаемый в эту комиссию, должен получить какую-то поддержку через какой-то инструмент голосования и делегирования, или второй момент, как сейчас вариант есть, то есть у нас уже есть машина, она имеет много мест, там хотите, садитесь, вот там вот, места есть, садитесь, мы поехали, но она у нас уже есть. Много ли сядет, потому что скажут, ну подождите, вы там уже себе все решили, портфели поделили, и мы ну, вас не поддержим. А поэтому такой вариант, скорее всего, не будет пользоваться со стороны общественников. Так как они, каждый сам для себя есть мотиватором, то есть каждый сам встал, и у него есть какая-то мотивация делать что-то. А очень трудно этих же активистов заставить работать в каких-то рамках, которые их не устраивают. Ну вот, примерно. Ну то есть я так понял, что в общем ничего хорошего из этого в принципе не получится. Нет, нет, процедура даст критерий и будет это работать или не будет. Хорошо, то, тогда я думаю, быть, что вот возможно должны... прямо вот в этом эфире эта самая процедура и родится. Ну давайте сначала послушаем звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Потом Дмитрий Канарский. Да, говорите, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я немножечко даже не сдержалась и все-таки сделала звонок. Хотела сделать реплику по поводу выступления Ветрова. Потому что я представляю, то есть мы совершенно недавно начали создавать межотраслевой совет, действительно межотраслевые советы. Мы прошли все процедуры создания межотраслевых советов. То есть я собирала свою отрасль. Мы вполне легально, очень удобно говорить, вполне легально собрали свои отраслевые советы. Мы их объединили в межотраслевой совет, и на сегодняшний день мы не можем пройти так называемую господином Ветровым процедуру легализации, потому что мы якобы не прошли какую-то процедуру вообще непонятную. Вот, то есть мы инвестируем свое время, скажем так, да, то есть на волонтерских началах, то есть мы хотим отстаивать свои какие-то интересы в своей отрасли, и на сегодняшний день у нас возникли какие-то проблемы. Я прошу прощения, у вас уже закончилась ваша минута, я очень вас прошу, вы, пожалуйста, сообщите нашему режиссеру, вы дозванивались, там брал режиссер или ассистент, брали трубку, сообщите, пожалуйста, ваши контакты, Валерий Евгеньевич после программы с вами свяжется. Я не могу сказать, у нас мне задали вопрос. А, то есть вы, отвечу, потому что вы сказали непонятно, я, честно говоря, понял, понятно ли все. Ага, значит, хорошо. Смотрите, когда я говорил о том, что процедура определяет механизм для того, чтобы учитывались мнения демократии, вот здесь она была нарушена. Межотраслевой совет был создан инициаторами без учета тех норм, которые существовали. И получилось, что именно инициаторы, а не рейтинговое голосование, определили состав этого совета. В результате там более 40 человек не вошли в этот совет.
И сегодня две группы предпринимателей, которые одни вошли, другие не вошли. Естественно, не Ветров, а юротдел не пропускает, потому что нарушена эта процедура. Кроме того, мы говорим о том, что когда собирается отрасль, опять же, межотраслевой совет, либо отраслевой совет, есть процедура, которая определяет равное участие, о котором мы говорили, субъектов хозяйствования и граждан, которое предполагает обязательно публикацию в течение месяца. Ну вот скажем так, я предприниматель, который занимается, допустим, торговлей. Я летом, меня не было, допустим, собрали 10 человек, определили какого-то представителя. Естественно, мои права управления, скажем, в этом совете нарушены. То есть на самом деле, для того, чтобы не было вот таких проблем, необходимо идти по процедуре, которая предусмотрена законом, равная. И обязанность органа власти обеспечить равные условия для всех и субъектов хозяйственных, и граждан в управлении, либо в государственном, либо в местном. Вот это вот миссия власти. Естественно, если эта процедура нарушена, орган власти не вправе легализовать этот совет, который на сегодняшний день нарушил право других субъектов. Вот все. Спасибо, Дмитрий. Да, сейчас, секундочку, Алексей, тут Дмитрий раньше. Да, пожалуйста. Я как раз вот то, что сейчас затронули эту тему, так вышло, что я являюсь представителем организации «Дикий сад» в обоих этих советах, там один из которых представляет Валерий, а другой Елена Андреевна, и, очевидно, какая-то женщина, которая ее представляет, звонила только что. Я хочу сказать, что ну, мы для себя определились как. Участвовать вот в этих всех ну, каких-то там боях друг с другом за там, вот вы говорите о процедуре, там эти люди говорят о там, каком-то совете своем. Ну, то есть я считаю, что это не совсем правильно. То есть я все-таки за постановку задачи как таковой. У нас почему волонтерский проект, вот этот народный проект, он получил такую поддержку у людей и почему он работал, в принципе, потому что поставили задачу, то есть не было объявлено, мы собираем всех активистов там под флагом таким-то, этого не было, и слава богу, была задача четко поставлена, мы хотим одеть 1-й батальон 79-й бригады по стандарту НАТО. Давайте на это собирать деньги, а вот есть люди, которые знают, как это сделать, все, и это сделали ну, практически мгновенно. Потому что была поставлена задача. А по поводу вообще, ну вот у меня такое мнение складывается по поводу вообще общественных организаций, которые осуществляют контроль за деятельностью власти. Так вышло, что в Конституции нашей описано способ существования нашего государства как какие-то три ветви власти, которые должны друг друга каким-то образом поддерживать, контролировать и противодействовать друг другу. У нас в силу того, что у нас очень большой перекос в сторону одной из ветвей и там, ну, скажем, дисбаланс какой-то внесен, то мы придумываем какие-то костыли в виде вот, а давайте будем мы ходить вместо того, чтобы работать, у нас половина населения будет там в 600 организаций в городе Николаеве вступать и что-то там контролировать. Я считаю, что это неправильно. Правильный механизм – это все-таки заставить эти три ветви в балансе состоять в каком-то, а нам как ну, так называемым общественникам там, и до этого как волонтерам, просто будучи костылями, в какое-то время помочь, там первое тяжелое время, а потом все-таки уже наш больной должен выздороветь и идти уже самостоятельно. Спасибо. Так, я прям теряюсь. Так, ладно, по очереди у меня была Ирина Щур, Алексей Парадисвит, господи, Лариса Снігур и потом сюжет. Давай, так, Ірина. Мені хотілося б наголосити саме на необхідності об'єднання на сьогодні всіх активістів та всіх суспільних діячів. Поясню чому. По-перше, як зародилася саме ідея громадської експертної комісії. Невеличка група людей зібралися разом та зайшли на сайт Миколаївської обласної державної адміністрації, де ми побачили такий розділ, як громадська рада. Відповідно, законодавчо врегульований, тою ж саме постанови Кабміну, яка сьогодні згадувалась. Ця громадська рада вона була створена в 2013 році. До її складу ввійшло всього лиш 6 осіб, троє із яких є працівниками цієї самої адміністрації, що є, в принципі, недопустимим. Вони пропрацювали там досить таки недовго, це близько півтора роки, і самі себе розпустили. Тобто, фактично, ніякого механізму, ні контролю, ні допомоги, ні взаємодії на сьогодні в адміністрації немає. Тому ми вважаємо, що такий орган має бути створений. Є велика кількість на сьогодні недопрацювань, які необхідно виправити, але виправити їх можливо лише при налагодженні конструктивного діалогу громадськості. Це не має бути одна громадська організація, це має бути якнайбільша кількість. Ми на сьогодні хочемо слухати думку всіх,
та хочемо пропонувати владі той механізм, який буде реально працювати, а не просто або щось голосно кричати, або взагалі нічого не робити. Дякую. Дякую. Олексій Продісут, будь ласка, потім Лариса Снігур. Короткая реплика. Мы видим сегодня два совета, которые один создается при городском совете, пытается создаться, второй при областном совете. Они по-разному называются, в разном формате пытаются создаваться. Но мне кажется, ну и результат, собственно, у них одинаковый. Они пока не созданы, есть проблемы по этому поводу. И мне кажется, что одна причина в этом. Проблема в том, что инициативные группы пытаются приватизировать право на участие в управлении государственными делами. Это конституционное право каждого. Пытаются отсеять количество участников. Когда при городском совете создавался совет, 45 было желающих. В какой-то момент инициативная группа решила сократить количество до 25. Откуда взялась эта цифра, непонятно, но это, видимо, просто знакомые инициативные группы. Я так догадываюсь, с областным советом, возможно, быть тоже такая же проблема. Если не узурпировать это право, то да, будет зря я держал длинную речь по поводу того, что, в общем-то, создание таких структур при советах, то есть при органах исполнительной власти, с моей точки зрения, вообще совершенно абсурдно. Пожалуйста, Лариса Снигур. Спасибо большое. Здесь просто вот вы читали, была реплика зрителя о том, что волонтеры – это санитары леса, и Дима говорил о костылях. Я просто, ну, поддержу Диму и скажу, что волонтер, он, ну, может быть, и санитар леса, но он действует быстро, потому что он не поставлен в рамки закона. То есть есть задача, мы ее быстро решаем всеми возможными способами. Человек, который облечен властью, депутат или чиновник, он действует в рамках закона. Так вот, задача волонтеров и общественников сделать все возможное, чтобы в рамках закона мы могли решать задачи, поставленные быстро. А мы пытаемся, вот правильно Дима сказал, быть костылями и решать так, как нам хочется, да, вот многим общественникам. Задача волонтеров вот сейчас на этом этапе уже и задача общественников пытаться переформатировать систему по возможности для быстрого решения задач, для эффективного. Мы знаем, что неэффективно работают многие законы, поэтому нужно это менять. Нужно вот в этом плане работать. Спасибо. Слушаем звонок зрителя, потом сюжет. Говорите, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Вопрос у меня к Геннадию Ветрову. Валерий Ветров. Ваня. Значит, он возглавлял совет при горосполкоме всех предпринимателей, отраслей, все прочее, начиная там с 2000 года и по сегодня вроде бы так еще не закрыто у нас, хотя уже по постанове Кабмина это все уже прекратило всю деятельность. Это все? Нет, значит, вопрос в чем состоит? Пока не начал создаваться вот этот межотраслевой совет, и он не стал там головой этого совета, он работу никакую не показывал и нигде себя не проявлял. Сейчас же, что начали, избрали этот межотраслевой совет, мы уже видим его на всех телеэкранах и все прочее. Мне кажется, что это просто его личная просто амбиция, что как же, что он не стал возглавлять очередной комитет. Теперь уже все? Нет, ну я просто имею в виду, я вас не перебью, да, уже можно отвечать. Спасибо, Валерий Евгеньевич. Да, как бы в своей жизни я не возглавлял советы. Я всю жизнь работал над тем, чтобы создать условия для предпринимателей. Этот совет я тоже не собирался создавать. Но, конечно, скажем, создавая условия для предпринимателей, мы не могли просто, и Алексей Предосвит в этом участвовал, просто наблюдать за тем, когда права, как бы всех предпринимателей нарушаются. Вот и все. На сегодняшний день как бы я веду общественную деятельность, я работаю сегодня в большей степени в регуляторной службе в общественном совете, и мы работаем на центральном уровне. Но проблема, опять же, заключается в том, что непонимание вот этих процедур, советов, как они работают, она вот приводит именно к этому. Потому что люди считают, что попав в совет, это не форма участия, скажем, а какая-то вот монополия какого-то права. Это, вот они отождествляют это с депутатством, вхождение куда. То есть на самом деле люди не до конца понимают вообще эту деятельность. Вот мы будем проводить скоро такой эфир по пересмотру регуляторных актов, который и предполагает, что вот эти площадки создают условия для отсеивания тех решений для бизнеса, которые мешают им существовать и работать. Поэтому, ну вот, заблуждение, к сожалению, есть вот по этим вопросам в разных сферах. Спасибо. Я хочу все-таки перейти к давно уже, так сказать, мной обещанному сюжету Федора Бондара.
Тут несколько раз говорилось о том, что при всей прозрачности, в общем-то, порядочности, чистоте намерений тех людей, которые создают какие бы то ни было общественные организации, даже, в общем-то, выходят с этими общественными, ну, в составе этих общественных организаций на какие-то массовые мероприятия, очень велика опасность, что возникнет в силу различных обстоятельств, возникнет и такая, знаете, избирательная справедливость, которую они сами по собственному почину, по собственному решению начнут применять в тех местах, которые они считают правильными или в которых им разрешили. Давайте посмотрим об этом сюжет. Глобальні цілі деяких миколаївських активістів виглядають як вибірковий підхід до тих, кого вони вважають корупціонерами або такими, хто не гідний займати певну посаду. Далеко не всі конкурси на заміщення вакантних посад керівників підрозділів облдержадміністрації або інших структур цікавили найактивніших громадських діячів. Цими днями представники організації «Миколаїв СОС» вирушили до столиці, аби проконтролювати хід конкурсу серед претендентів на посаду голови обласної державної адміністрації. Можливо, вже відомий нам результат губернаторських перегонів теж виявиться наслідком безкомпромісної боротьби активістів за інтереси громади, як у випадку зі зняттям минулого губернатора. До речі, якщо їхали автошляхом, напевно проїздили через Первомайський район. А там, хто не в курсі, теж є громада зі своїми інтересами. І значна частина цієї громади потерпає від дій земельного барона, котрий вважає себе місцевим князем. Сотні, а разом з сім'ями тисячі місцевих жителів не мають змоги користуватися своїми земельними паями. Агрофірма Корнацьких вважає ці паї своїми. Ця проблема активістів не турбує. Можливо, мають рацію ті, хто вбачав у деяких їх діях замовлення від Аркадія Корнацького. Або візьмемо іншого обранця обласного рівня. Своє «фе» на адресу Федора Барни висловило невелике коло громадських діячів. А ще керівник обласної організації його політичної сили, блоку Петра Порошенка Юрій Бірюков, принаймні обіцяв організаційні висновки. Вже давно обіцяв. Да я свою позицию относительно всего этого скандала тогда в пятницу вечером у себя в Фейсбуке написал, но там она совсем нецензурная, не для телеэфира. Много говорят про коррупцию, много говорят про борьбу с коррупцией, много приводят в пример Ли Кван Ю и Сингапур и необходимость посадить трех друзей. Меня критиковали внутри партии, что нельзя ни в коем случае сдавать своих, нужно своих защищать, мы все одна семья. Я свою позицию высказал, и я не собираюсь отступать, я хочу, чтобы у нас в партии такие люди, так себя ведущие, не фигурировали и не были ни членами ни партии, ни фракции. В общем-то, позицию не поменял и не планирую. А голова фракції Іван Кухта з фракції вийшов, відреагувавши таким чином на переписку Федора Барни з кримінальним авторитетом та нездатність колег по фракції і партії дати цьому факту належну оцінку. Тим часом відомий миколаївський адвокат Володимир Тимошин у суді захищає законні права та інтереси Володимира Фроленка, вимагаючи притягнути до відповідальності тих, хто поширив запис телефонної розмови, начебто його клієнта, з начебто кримінальним авторитетом Михайлом Тітовим, відомим як Мультик. Пікантність ситуації в тому, що сам Фроленко заявляв про те, що запис є фальшивкою. Тому незрозуміло, як можна захистити його інтереси, мусуючи тему події, котрої начебто і не було ніколи. І справді, хіба здатна на такий негідний вчинок, як звітування перед діячем злочинного світу, людина, котра так старанно опікується моральністю і гідністю своїх колег по обласній раді? Володимир Фроленко днями радив голові обласного представницького органу, поки не пізно, піти з посади тепер в якості Вікторії Вікторівни, аби не довелося пізніше йти в статусі Віки, як, мовляв, позаминулому її попереднику Тарасику. Радив це керівник фракції опозиційного блоку як справжній авторитет, тільки, мабуть, не кримінальний, а моральний. Чи влаштовують вас такі авторитети, панове активісти? Не подчинітесь волі народу? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Приятно видеть в зале радостный детский смех Александра Финькова с очередным диагнозом. Я все другую цитату, киноцитату вспоминаю про из
служебного романа профсоюзницу, которую выдвинули, не могут задвинуть. Говорили, вот все хочется многих задвинуть из деятелей. Что именно, диагноз чему бы ты хотел услышать? Ну, вот, собственно говоря, ситуация, при которой такие вот революционеры, которых на самом деле видно куда больше и чаще, чем Олега Чалова, Ларису Снегурь, Ярослава Захаренко, которые уже у всех на глазах, глаза намозолили, зубы в зубах у всех навязли, снимают губернаторов, там, проверяют правильность назначения новых губернаторов, дают команды, кого из прокуроров назначить, а кого не назначать. А, кстати, замечу, что замечательно, помните вот такая вот тема, когда там назначить такого-то прокурора, тут же раз так появляется такой Александр Жолобецкий, который говорит, а вот если не назначите, не прислушайтесь к общественности, смотрите, я тут из фракции выйду. И так опаньки, и они, конечно, никто никакого отношения друг к другу вообще не имеют. Они, конечно, каждый существует сами по себе. Или там на сайте господина, который, в общем-то, небезосновательно связывает с господином Карнацким, появляются как некие истины последней инстанции заявления этой самого, этого самого Николая ВСОСа, а потом, когда у Николая ВСОС спрашивают, слушайте, вот неинтересно, не-не-не, это не наша тема, это не наша тема. То есть мы понимаем, да, что есть инструмент. Этим инструментом можно очень удобно пользоваться. Вспомните последний конкурс по выборам директора Русского театра. Вдруг был оспорен, потому что некая, практически никому неизвестно, ну, в широких кругах, общественная организация «Индиго» заявила, что она не согласна с составом комиссии, которая выбирает директора Русского театра. И поэтому на основании этого решения было принято Соломоново государственное решение часть членов комиссии вообще просто вот исключить, потому что общественность, вот, лучшие люди города, не согласны. Поэтому я вот хочу спросить, есть, с одной стороны, механизм, который предлагает Александр Чхайло, да, это профессионалы, это люди с высшим образованием именно в той области, которой они занимаются, которые, присутствуя на депутатских комиссиях, на которых все зарождается и, в общем-то, через которые все попадает либо в администрацию, либо на сессию, либо через сессию опять к администрации, да, будут понимать, что происходит, будут вовремя реагировать, будут осуществлять тот самый общественный контроль, но не контроль, в смысле, этот нам нравится, этот не нравится, а слушайте, вот вы тут не учли вот этот вот фактор, наверное, вы не знаете. Так давайте вот мы все-таки и на него обратим внимание. Да? Я помню, когда вот на то самое собрание общественников, когда было сказано той же самой госпожой Вербицкой, да зачем нам тут нужны эти вот профессионалы, что вы хотите все забюрократизировать? Мы тут нагоним 30 человек волонтеров и всех, кто нам не нравится, выкинем. Кто не справляется, до свидания. Так вот, я хочу спросить, есть инструмент? Есть механизм, который, возможно, не проработан в плане процедуры, но, тем не менее, предполагает вот эту самую рутинную ежедневную работу. И, как показывает практика, по-моему, вот эти вот уличные инструменты куда эффективнее. Так, тогда что нам делать вообще со всеми вот этими вот весами? Пожалуйста. Мы находимся в сложном историческом моменте. Нас, видимо, прокляли, мы находимся на сломе пластов государства. Есть народ, который несколько поколений подряд обучали тому, что кухарка должна руководить государством, не просто может, а должна обязательно. Кого выбирали на партийные съезды? Да? Самые лучшие комбайнеры, слесаря и все остальные, я специально подержу в шалю, должны были съездить на съезд, чтобы поаплодировать, поднять ручку и вот отметиться. И тем самым культивировалось, ты что самый умный, как оскорбительная предъява. Да, опять-таки, извините меня за... Но это, то есть, показатель силы, это показатель вот такой вот, то, что я сейчас из себя изображала. И ожидать, что вдруг хлоп, и за какие-то там год, два, три, пять народ из поколения в поколение, воспитанный вот в этой антикультуральной рамке, изменится, не бывает так. Нужно время. Поэтому тем, кто хочет быть не в кавычках общественниками, не вот теми профсоюзницами, которых надо задвинуть, не вот теми хуже, лучшими людьми города, а действительно людьми, которые хотят что-то изменить, нужно, во-первых, набраться терпения и понять, что экспертов еще очень долго будут не любить, экспертов еще очень долго будут считать занудами. Окей, намерение какое? Человеком руководит намерение. Если вы хотите медных труб, не получится. Если вы хотите огня и воды, то давайте.
Да, надо просто упираться и работать, не ожидая благодарности, не ожидая понимания, не ожидая того, что вам будут улыбаться в ответ, что вам не будут плевать в спину, будут. Вот если начали плевать, отлично, работаете в ту сторону. Спасибо. Александр Аркадий Добогян, Виолетта Рутюнян и по минуте нашим гостям. Подождите, сначала Аркадий Добогян, пожалуйста. Вы знаете, я хотел еще обратить внимание всех на такой диалектический момент. Знаете, ведь когда мы говорим о совете, мы говорим о специфической форме контроля. Я плохо себе представляю, кого бы то ни было, представитель любой абсолютно системы, контроль над которым его обрадует. Диалектически. Будь то депутаты, будь то люди, которые находятся в исполнительной власти. Поэтому, безусловно, вот такой вот, знаете, вот такие шабаши, в которые зачастую превращается избрание общественников, вот в подобного рода советы, безусловно, радуют тех, кто воспринимает их как некое формальное требование, законное, и дает возможность вот так общественникам собираться. Я, по счастью, на многих из них не был, наблюдал со стороны, на каких-то был, но могу сказать, что, знаете, технология, к сожалению, пока действительно вот против кого сегодня дружим, и вот наших бьют. Вот эти две технологии превалируют в формировании самой структуры этого совета. А те же, кто должны его получить, только в рамках закона, без, может быть, большого собственного желания, с удовольствием за этим наблюдают. Я совершенно согласен, это дело времени. Формирование совета, совет – это люди, чье мнение, компетентное мнение, по-настоящему интересно и отражает мнение общества. На сегодняшний день волонтеры, общественники – это часть общества. И, конечно же, они пока не могут еще сформировать эти советы полноценно. По разным причинам о них мы сказали. Но твердо могу сказать, что, наблюдая за властью, она пока не без удовольствия наблюдает за неуспешными попытками их создать. Спасибо. Виолетта Рутюнян хотела подвести к тому опросу, который мы проводили на улицах. Я думаю, что если мне наши гости пообещают, что они вложатся в минуту, которую я им отведу на то, чтобы подвести итог, то мы обязательно посмотрим, что же горожане думают обо всем этом. Виолетта, пожалуйста. Мы сегодня упоминали о том, что общественные организации контролируют нашу власть, но все-таки хотелось бы знать, что и власть контролирует, я вообще не знаю, кто контролирует деятельность общественных организаций, я не знаю, власть ли это контролирует, и у меня вопрос – кто контролирует наши общественные организации? Потому что общественные организации имеют огромнейшее влияние на общество, на нас с вами, на молодежь. И нужно знать, что это влияние идет в правильном русле. Мы успеваем, и, пожалуйста, давайте просмотрим опрос, который я проводила на улицах города, и потом, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. А верите ли все организации, которые собирают средства на помощь инвалидам, на помощь армии, что эти средства доходят до пункта назначения? Ну вот не верить прям, что я не верю, я не могу это сказать, потому что я не видел, что, чтобы они эти деньги воровали или еще что-то. И все-таки то хоть когда-то, хоть какая-то новость, но проскочит, что вот за счет организации деньги попали туда, куда они. Но внутренние ощущения, конечно же, говорят, что не делая этого, они обманывают. Верю, когда это официально, когда не ходят и с коробками по городу, какие-то бомжи под видом организации, этим я не даю. Которые заходят в автобусы и говорят, помогите бедной людине на пропитание. Это я не верю, потому что это идет на алкоголь, наркотики и еще на что-то. Это 100%. Я, конечно, не хочу обидеть тех людей, которые действительно ходят, собираются этими ящичками, потому что под их маркой есть такие недобросовестные граждане, этим пользуются. Когда человек не дорожит чужими деньгами и его подталкивает жажда обогащения, понимаете, хотя бы ежеминутного, ежесекундного, самое главное, что движет человеком, если у него внутри хорошее намерение, честное, именно помочь. Я когда хотела или хочу помочь, я никогда ни с кем не объединяюсь, я это делаю сама. Часто помогаю. Ну, вот ребята стоят там, да, под супермаркетами, собирают волонтеры денежку деткам всегда, если есть возможность, да, конечно. Ничего хорошего сказать не могу за громадские организации. Чем вы не займаетесь?
чем занимаются. Получают деньги от Запада. Сам представляю общественную организацию «Слайс». Мы занимаемся популяризацией и развитием танцевальной и спортивной культуры и в целом культуры города Николаева. У нас очень большая организация, у нас много молодежи, которая поддерживает. Мы постоянно организовываем различные мероприятия и принимаем активное участие в мероприятиях города. Также проводим свои фестивали как регионального, местного масштаба, так и всеукраинского. То есть два раза в год у нас проводятся всеукраинские чемпионаты, на которые съезжается очень много спортсменов. Общественных организаций знаю довольно много, потому что сам был студентом и с первого курса очень хорошо влился в общественную жизнь. То есть был в составе нескольких организаций. Занимались организацией различных мероприятий, то есть занимались помощью детям, которые в этом нуждаются. То есть также не забывали о людях старшего возраста, потому что для молодежи было в приоритете, чтобы мы помогали и уважали старшему поколению. Вот и всеми возможными способами старались ту молодежь, которая еще не в общественной жизни, тоже приобщать к этому движению, потому что не один раз говорили, что какая проблема молодежи, да, почему начинают пить, курить, употреблять наркотики. Не потому что это там круто или что, а потому что детям просто нечем заняться в свободное время от учебы. А сейчас вынуждены так жить, то есть родители работают у всех, то есть и бабушки, и дедушки работают, и ребенок просто подвержен уличному воспитанию. И это, конечно, его затягивает, так как нет альтернативы. Люди, не будьте байдужими та долучайтесь до громадських організацій і розвивайте Миколаївщину разом з ними. Отже, Віолетто, будь ласка, ви хотіли щось питати. Так, скажіть, будь ласка, хто контролює громадські організації, благодійні акції, хто контролює їх діяльність? Діяльність організацій, які працюють з дітьми. Хто готовий відповісти на це питання? Давайте, Віолетто, я все ж таки трошки тут порулю. Я думаю, що кожному, напевно, немає сенсу відповідати, бо тоді не буде у вас часу для того, щоб закінчити нашу програму своєю традиційною хвилиною. Тому, напевно, Роман Іванович дасть відповідь на це питання Віолетті, і потім кожен буде мати хвилину для того, щоб нам закінчити програму. Будь ласка, Роман Іванович. Знаєте, відповісти на питання, хто контролює, можливо, це не досі буде вірно, тому що останнім часом у нас відбулася доволі таки лібералізація стосовно державного контролю над первими секторами діяльності і над громадськими рухами в тому числі. Тому більше схиляється до моніторингу. Да? Це моніторинг виконання статутних завдань, але за певної процедури, а безумовно є правоохоронні органи. І в разі, якщо громадські організації поза межами своїх статутних завдань, поза межами законодавства здійснюють певні дії, відповідно, наступає певне реагування правоохоронної системи. Має наступати в будь-якому разі. Дякую. Валерій Євгенович, будь ласка. Да. Я хочу сказати, підведя ітог, що ми не повинні ізобретати велосипед. Все ізобретено вже для нас. В різних странах це доказало свою ефективність. Ми проходимо таку еволюцію. Но чим швидше все-таки ми научимся работать профессионально, либо общественной организацией, либо власть начнет тоже работать профессионально, а не бояться представителей общественных институтов, и поймет, наконец, что эффективность ее деятельности зависит все-таки от этой обратной связи. Дякую, Надія Валерійовна. Да, много тезисов крутится, хотела бы сказать, да, но там не желание власти, желание, смотря на... Дело не в радости, смотря на тех, кто собрался, просто когда смотришь на большинство и на то, что происходит, зарождается вопрос о судьи кто. Это один момент. А другой вообще хочу сказать по сюжету, очень много людей как-то... Как сказать, да не скудеет рука дающего, да, и действия общественников, не все абсолютно сводятся к деньгам и к средствам. Поэтому отношение, культивируемое сегодня в масс-медиа, как к действиям общественных, ко всему, что связано с какими-то переделом чего-то материального, оно абсолютно неверно. Есть очень сильная, очень хорошая моральная составляющая, мотивация этой, и дай Бог культивировать вот эту мораль и вот это понимание чего-то доброго и хорошего вне финансов. Дякую. Олександр Чхайлов. Я хотел бы сказать, я украинец, я этим горжусь, я считаю, что украинский народ
в мире один из творческих наций, трудящихся наций. Я очень сильно люблю украинцев, и я хотел бы сказать, что те формы, которые сегодня, правильно сказали, общественность приобретает только, как вид новой, возможно, власти, либо, возможно, какого-то нового направления, как система, либо контроля, либо взаимодействия. Хотелось бы, чтобы она была все-таки правильной формой, хотелось бы, чтобы она была в рамках закона, чтобы мы, как говорится, повышали свой национальный потенциал творчести, трудолюбивости, честности. Все это в нас заложено, и мы должны над этим все работать, все вместе. Дякую. У нас сьогодні була безліч думок, у нас сьогодні була безліч прикладів, як таких, що, звичайно, достойні найбільшої підтримки і найбільшого повторення, так і того, що справді є тільки формою, є тільки гаслами, є тільки закликами, прапорами, але не тим, що щось продукує, але не тим, що лишає по собі справжній слід. Звичайно, у безлічі тих організацій, у безлічі тих, хто називає себе тими чи іншими іменами, дуже важко розібратися і навпаки дуже легко заплутатися. Втім, у Біблії щодо цього є універсальна порада. По ділам їх узнаєте їх. Отже, будь ласка, якщо хочете справді скласти власну думку про те, хто чого вартий, просто подивіться не на слова, не на гасла, не на заклики, навіть не на прапори, а на ті діла, які кожна людина лишає по собі. І я впевнений, що оскільки вже 2,5 роки поспіль ми наблюдаємо те, як суспільство прокинулось і продовжує зростати у своєму розумінні того, що від кожного з нас залежить буквально усе, по мірі того, як ми на це дивимося, ми розуміємо, що це не тільки від когось залежить, що хтось для нас що зробить, а саме ми маємо змінювати своє життя на краще, ще щодня і щохвилини. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.